контент. Хочу, можно я просто... Ты будешь делать контент. Я лучше не, напомню чувак, всем. Я не... Что... я не делаю контент никогда. Я в курсе. Это не новость, Андрей. Да. Я лучше напомню всем на своем стриме, вновь прибывшем. И на твоем, конечно. То, что спонсор трансляции Lookbet? Нет, а, нет, не это. И спонсор трансляции моей, в принципе, GGBet, скорее. Что я разыгрываю три шмотки, три иммортоки среди подписчиков, да, да. До конца дня все подписчики имеют шанс завтра разыграть часов в 12. Блин, как же, ты, как же ты обмазываешься подписчиками? Ты реально неплохой стример. Обмазываюсь, да, обмазываюсь. Вот, иммортал на Некрофоса, на Сларка и на Свена. Свен особенно крутой. Вот сейчас я буду играть на Свене и покажу всем иммортал-ку. Сейчас, где Свен? Найти. Где Свен? Так, я Свен, согласен. Тут в чатике опровергаю то, что я не делаю контент. На самом деле, да, я делаю контент, когда играю в Rust. Это чистейшая правда. А, подожди, я Свена ищу среди агильщиков. Так, я на папиче, ребят, ошибка. Если что. Вот Свен. Я на Свене, Андрей. Неважно где, неважно что, неважно кто. Понял. А ты будешь Свен разыгрывать его палку? Конечно. Красава. Его палка в первую очередь. Красава. Вот сейчас я прям... Сейчас я покажу палку, а потом разыгрывать буду. Давай. А когда вообще ее можно будет передать? Что передать? Палку. В любой момент. Не забудь прокачать Солянова, окей. Блин, не смог. Блин, так, вообще, конечно, Свен не выглядит перспективным героем, но какая разница. Блин, а на ком мне играть-то? Ой, в смысле, на ком, куда идти? Ну иди, я не знаю. Ты можешь свапнуться со мной, я побегу эти полусаппортом, там тебе что-нибудь мид. Инвокер покажешь? Не знаю. Я могу показать на Эмбер Спирите, в принципе, как батя в здании делает. Давай, я тебе дам Эмбер Спирита. Вот она, моя палка. Да, это этот меч на Свена, это как купить большую тачку себе. Поняли. Типа там комплекс вот это все дела. Да-да-да. Реально, это такой огромный меч, у него просто забей. Да, но все Свены знают, говорят, на самом деле, что размер меча-то не имеет особого значения. Он знает. Главное, я какой сплэш. Так, они... Так! Сейчас, мне кажется, у них какая-то Лина заедет еще в мид, и будет прям вообще кайф. Пойдем в сложную, Андрей. У нас два сильных героя в сложную. Ты пойдешь в сложную с Рейс Кингом. Мы пойдем, Андрей, Ерик, с тобой в сложную. Это я тебе обещаю. Я просто понимаю, что я сегодня... Ярослав, у меня сегодня тренировка. У меня день этих микрогероев. Микрозависимых героев, понимаешь? А, сегодня это вот в Rise King, да? Да. Я на самом деле специально не спал трое суток, чтобы, как бы, знаешь, стараться не думать, а действовать, чтобы тренировать микро. Все-таки как киберспортсмен в прошлом я короче, могу составить тренировку себе. На Эмбере есть мечи за 87 тысяч рублей. Блин, сыграли я что-то... Столько... А, ну, это единственное. Я что-то не нормально. Очень хочу идти тренироваться в мид против ОД стоять. Как вообще стоять Эмбером против... ОД в медиа. Есть информация? Ну, типа, стоишь, терпишь до шестого, убиваешь его. Подожди, как его убью, если у него к моему шестому будет медас, ПТ, 2-0, там, и так далее? Ну, тебе придут два здравых парня. О, вот если мужички придут ко мне, это будет хорошо. Мужички придут, мужички, так ну, и курицу купите. Все, найс. Я возьму. Блин, он же меня еще вначале давай, будет прятать, я буду не добирать крипов. Ярик, ты фарм, я полусаппорт буду, потому что это, у тебя героев полезнее будет тебе. Ну, верно, мне нужно к там уже показать сплэш, как работает, если я не типа буду того. Фармить. Так что фарми, я побегаю. Ребят, показываю с роум. Ребят, я дико извиняюсь, а можно мне угоститься парочкой тангусиков, если не сложно? Можно, Андрей, все что угодно. Ботл не дам, как раньше, но сам понимаешь. Ну ладно, спасибо все равно, и дай бог здоровья тебе. Заливай, Андрей, рейтинги там, все дела. Да, давай, ставлю. Ой-ой-ой, как много. Там. Мне столько не нужно даже, блять. Но он Nevermind красава, он, я так понял, знает, что... Можешь мне отвернуть, если не нужен. Там столько тангусов валяется. Я там уже выбил. Положи в стэш один. Да, хз пусть лежат. Так вот я сделаю. Так. Так, плохо.
А, так я могу вкачать на первом уровне Flame Guard, после того, как он меня спрячет, я его включу и начну агрессировать. Мне кажется, такая линия игры считается достаточно выгодной. И я, кстати... Андрей, Андрей, выбирай цвет для реки. Так, давай... Зеленый. Да, давай это высморкайся, пожалуйста. Хорошо, сморканулся река. Че, пойдем, может, к ним сюда? Кстати, пойдем, как ты это делаешь? Я тоже какую-то баночку получил, тоже хочу пробовать. В смысле, заходишь на реку, там выезжает менюшка вот такая вот. И ты делаешь вот и красишь ее. Зачем ты перекрасил? Ну, а ты теперь не сможешь обратно высморкаться? Может, сможет. Сморканись, хорошо. Андрей, погнали. Надо взять. Андрей все зарубинил. Я уже вверх иду. Сморканись еще раз, пожалуйста. Чем, по-моему, поспешили, ну ладно. Все поспешили. Забрали. Я про то, что он бы вылез под руну, чуть повевать, могли чуть позже дать стан. Так, убили бы его. Кай страдает. Но по хп он сильно просел такой штуки. Так это очень дрящевый герой это вначале. Да. Основной с нюки как раз. Да, мужчина. А чё, может я-то аганим в этой игре фурману? Облизывают. Вот, давай. А потом еще хуярится. Аганим четко. А где он? Слышь, он домой пошел, походу, все, он понял. Походу дело, он тут не понравился. Вот он. У него не очень много регена. Короче, ну, фарми, я с ним это поговорю. Так, кстати, если он сейчас где-то вылезет, мы можем его... Можем, у него очень долгий кулдаун. Вот. Блин, парни, я не знаю, у меня есть предположение, давай, что дота мне начинает отдавать. У меня не будет ничего, один, я пусть пришел. Так, а каски же, по идее, не собьют. Мне короче, я найс фармлю, я 0 крипов убил пока. Реально фарм пошел. Я убил больше. Вот, первый заехал. Продолжение моего нулевого фарма. А ну-ка, погоди. А ну-ка, ты чё там? Так, сейчас сплэш возьму, чтобы сплэшить. Это само по себе красиво. Вот, смотри. Да. Крипам бил? Вообще цены тебе не было. Да. Я до Бунтоса. Не умри как-нибудь. А. Как-нибудь постараюсь не умереть. Да ладно, сейчас фарм пойдет. Еще выдох там стоит. Три триггера будет. Боже мой, этот сплэш выглядит так, что реально хочется им бить. Просто... На самом деле он очень визуально помогает тебе понимать, ну, докуда ты достаешь. Для вот если ты какой-то новичок в доте, у тебя есть бабки, ты реально можешь вот для улучшения личного скилла вот эту фанатить штуку. Купить. Для улучшения личного скилла в донате сколько он стоит? 1010, наверное. 5000 где-то. Не, ну то есть на площадке 1005 стоит. ЧВД на самом деле, надо убежать тебе. Да, давай кого-нибудь убьем. Давай попытаемся. Вот ты убьешь, по идее, не? Должен. Ну, если только догорит, но это не точно. Блин, он не догорел. Блин, они. Ну, вы делаете игру. Не третий, не страшно. Третий. Нормально. Сейчас вернемся, у них вообще ничего нет. У меня когда на ТП вот это обидная хрень. Вообще, если бы я взял не сплэш, чтобы красоваться, а взял бы броню. Армор? Сейчас бы. Ну а хотелось красоваться. Не, надо играть красиво, я согласен. Да? Блин, он уже высасывает мой этот самый жизненную энергию мою. Скинулись. А можно курицу апнуть, ребята? Я понимаю, что, конечно, вот всем не очень интересно. Кукогру, пожалуйста. Катись. У нас тут война у него. Смотри, давай. Это наш. По таймингу. Идеально. Давай, спешой заднего. Да. Да. Пойди по нему. Двоих. Да. Вот я этого боялся. Может, этого свою жизнь. Прожмем. Все, он, слушай, я до их руна пойду сбегаю. Может, успею. Аккуратно. Я не боюсь.
вернулся. Хотел меня хокнуть. Я бы суровал. Дабл фиш с паруни, Андрей. Внизу реген нужен под севелю? Ну, можешь попробовать, наверное. Ну, только я приду через минуту где-то. Сейчас я лайн пропушу и приду с радостью. Вообще, я просто оставлю ее. Давай. Возможно, ну, то есть вот да не тот герой, который обычно просто идет и забирает руну. Скорее всего, срать. Не тот. Так, Ярик, я иду. Скорее всего, он меня типа так это и не дает мне. Ну так можем мы этот заагрессировать в него. То есть у тебя сколько хп? 840. У меня 840, а он хуй. Нет, мы заагрессировать можем, но просто я пока не вижу его. Кстати, если ты придешь на мид сейчас в генч, о, бенч, то мы к моему шестого сможем заагрессировать на ОД. Не здесь. Надо было вивера вообще убивать на самом деле. Я думаю, тебя просто выберу Куджа, и типа ты просто бежишь. О, хз, как бы я убежал. С улыбкой. Фок будет. Блин, на самом деле на таких уровнях надо просто вивера убивать, у него там 600 хп. Он типа вылазит, мол, такой, типа, ха, не смерть. И готов. Делится. Смерть тебе далеко. На самом деле тут реально тяжело кого-то убить. Так, Андрей, что ты хотел попробовать? К шестому. Карен со стравом развалить. Да опять меня кинул. Да чё, где дэмэдж, блять, алло? Может, к нему рейндропы залетели? Я кинул в него. Шесть. Так, Андрей, тут небольшие проблемки. Я пишу к тебе. Может, я не ухожу? А, они. Да нет, слушай, я ухожу. Нет. Я, короче, всех по чуть-чуть. У меня будет еще один стан, если надо. Но похоже, что не надо. Не, я там реально вроде как дикий зверь ворвался в ОД, но он что-то сказал мне, Пешов, нахуй. Аркан рун нужна в боте? Конечно. Поставил. Ты не понимаю этого вивера. С достами. Кольцо. А, он с кольцом. Слушай, возьми, да, вот что-нибудь такое. Я и досты, и цедри. А я думаю, чё он типа не уходит с линии? Он с колечко. Блин. Колечко, кольцо. Так, стоп, а где моя... Да? Кажется, меня наебали с арканурной. Её забрал кто-нибудь. Смотри, он что-то ненавижу. Хочет. Я КД на стан. Надо забирать, слышишь там? Мягкий вещь, доктор. А чё дальше? Огр... На огры терпела. Куч пришел. Что ты не хочешь меня? А, это не так работает. Нет вижена, нет привязочки. Будем? Забей. Ну, этого, ВД. ВД убили. Как теперь убежать? Надо ли убегать? До конца. Солянова. Критодал. Критодал, но... Но, в принципе, у вивера там нормально. Там так себе херыч, конечно. Такс. На! Это хз, как он сдох? Наверное, он тупой. Три сзади, спина. О, почему он не тебя прячет, а себя? Не знаю. Реально странный парень. О, легионша внизу оказалось. Дам стан и добивай. И ладно, я добью. Гад ты! На! Ну это как-то ты... На, не будьте папич. Вот это вот на. А есть ТПшечка? О, Митяй, из есть, тебя получился бы отличный папич. Спасибо большое. Другое дело. Пойду в вивер в топ. Популярно объясню, где папич зарыт. А вивер уже в топ. Я могу поорать, но типа вроде и голос неохота сажать. Коза.
По-моему, если не орешь, то какой смысл? Не, я вообще не знаю, если ты не орешь, зачем играть на рейстинге, в принципе. Не надо, только не в рот, парни. Хорош, конечно. О, чё, она подышка выебана, раздет. Тяжело без ремнантов. Слушайте, у меня такое ощущение, что теперь ремнанты, типа, максимум один бьет. Да вроде нет. Так, короче. Потому что, я не знаю, как-то я с трех ремнантов врывался в ОД, но это не выглядело сильно. Капли там килить. Ладно, я пойду подкачиваться в лесах. Хочу три велишки себе. Леонша душит меня на лес. А, на туре там ЛТшечка еще. Ну, похоже, что будет это очень интересный матч. В скобочках на фижу как тварь. Лебнем через минут 10. Похоже, да, так. Может, Йон тебе объясним популярно? Алло. Алло. Я пока это. А когда мы будем играть? Наверное, скоро. Но если батл кап, то скоро. Скоро это сколько? Я еще успею на игру сыграть? Да, успеешь, по идее. Там вроде что-то в районе часа. Час. Да, час 13. Окей. Я только одно успеешь. Мы как раз этим же занимаемся. Окей. Я бы дал, братан. Мне не очень нравится этот ОД. Так, урон способностей. Или не урон способностей. Блин, ну пока нет. Там сейчас многие берут на самом деле просто урон и в старые билды играют, типа через БФ-ку, вот это вся история. Не, я хочу Октарины, 25 левел, cooldown reduction. У нас много физы и так вроде, да, без него. Качан. Но это не то чтобы, мне кажется, что так лучше играть. Возможно, вполне сейчас можно реально играть по это. О, я что-то много здесь. Будет ульт. Вообще, теперь много. Мне нечего чего тратить, наверное. Я его просто умру. Че-то они заманили. Что, наверное, можно было потратить? Надо было, надо было. Да нет, я просто он. Не просто я мог дать просто ульт? Ну. Замедлились. Ты бы дал пару лишних ударов, я бы еще встал. Не, ну это может быть, да. Да ладно. Вы их реально развалили. Андрей, будет подцепить парня в центре? А есть какие-то стаки в этой игре? Ну, да. Тут он скорее меня цепляет, конечно, не его. Ну, то есть, если он тратит, я просто могу этот. Окей, он часто это делает. Возможно, он под тувером меня сейчас опять захочет. Аккуратно лечу, а там... Ливнул. ГГ. Наш. Тащи. ГГ, ВП. А если бы орал, то выиграл бы файт, мне пишут. Ну вообще да. Ну сори, парни. Я чисто нет. Я не папичу мне, как бы, зачем мне орать? Я свои фишки, ну вы поняли. Митя, это точно так аккуратненько ты сделал? Nice. Ну, паузу отжали, я что-то не контролил. Он на автомате пошел разваливать. Неплохо получилось, по мне даже криптанул. Ну да. О, смотри, он делает это. Ну, я уже далеко, я уже буду тоже. А, ну он с хистой. Ладно. Ну, вышку я. Нужно оформить. Это то, что меня устраивает. Ну, а тут есть еще много опять врагов, по идее. Я видел Вич Доктора. Или Йоанку. Тут опять их много, они тут все, типа, всей бригадой. Хотя нет, смотри, не все, Пуджа как минимум тут нет. Да, Патрик на медиа хокает. Ну я уверен, что ВД здесь. Ну ВД с Йоанкой, где они еще будут тыпаться. Пускай тыпаться. В принципе, четко. Банка будет. Ага. На!
Во всю тебе второго. Бегу я отсюда. И пуш меня хукает. Нет, такие, да, та, такие да, себе идеи. Да, вали. Блин, ну, такие-то себе идеи. У Паджика... Там неудобно драться, я даже пройти. Никнейм мех. Мне кажется, это настоящий мех или нет? Вы его, скорее всего, не знаете, но я знаю. Мех. Мех это обычно... Андрей, когда мы, кстати, тебя можем ждать на помощь? У меня появилась штука. Какая? Трава? Да. Хорошо. Я на самом деле сейчас спину выйду в центр. Он с инвизабилити. Он нажал на инвизабилити. Потрафь. Нажал, да. Вылезет. Гоп, Фуджа. Давай. А у нас давай шоу грязь здесь, вот это здорово. Так. Квич доктор. У меня закончился щит. Да я откинусь, я отойду. Кто на 10 уровне 6? Подошел. У вас там замес? Ой. Какая же такой сюда? Хотя нет, меня едят, меня видят. У меня просто мана закончилась, я хочу уйти. Смотрелся на ваш замес, чуть не сдох. Бывает. Ну, вроде как поменяли. Вот Д вроде убили, так что вроде нормально. Да блять. Понял? Вера? У меня пока ТПКД. Где нет, доль ты? Есть, но мне казалось, что мы его не убьем. Мы его убили. Теперь мы его не видим. Пизда. Теперь ты сдох. Хотя. Да. Ну да, я еду. Я от стеков каких-то пожить. А кто ты долетел сюда? Что, серьезно? Сабельку принесу. Сабелькой буду уверен в себе. А то пока не уверен просто. Что? Стан мы его точно развалили. Жаль, что не нажал. Да, наверное. Ну что-то. Ну да, у него слишком мало хп, я что-то как-то. Ты мало хп, а сколько там тогда крафта идет? Он нажмет это говно, подумал я, но вообще у него там одна персеверенс. Блин, они что-то. Ну они мид будут забирать, я что-то не очень. Я иду, помощник. Кстати, в мид, не знаю, я могу. Я могу там что-то... Ну го, я под регенис прилечу сейчас. Я под регенис прилечу. Я парень ошибся. Ест меня. Его спрятали. У меня минус дота. Поставь паузу, пожалуйста. Да, конечно. Будьте так добры. Я почему какой-нибудь стан бы кинул или типа того? Да тут и так все зайду. Но... Нормально произошло. Можем сейчас поставить. Или подконтроль там меня хуй знает. Да эта драка уже закончилась, пока ты там в паузе был своей. В смысле в паузе? Я просто вылетел. Знаешь, ты вылетишь, живешь типа дать стан, и у тебя просто на рабочий стол. Так, оп, смотри, говорит. Вообще, я починил бы себе компьютер, как ты так играешь. Так, то есть, в смысле, только Dota так делает? Ну, нет, тогда нормально. Потому что непонятно, что чинить. То есть, что я должен сделать, чтобы оно так не делало, только в Dota. Снизу там надо прогнать друга. Можешь туда полететь, Митяй. Могу, я там. Ты тот. Я про то, что пусть забирают, а склиф появится на центр. Нам с регенчиком, сука. Мне вот так вот осталось, пойду дофармлю в боте генте. Или не дофармлю. Хотя остался-то. А, да блин. Тоже. Да блин, как чуть-чуть. В миде что-то происходит, парни. Да, именно. Там вражина. У нас есть новый глиф, мы можем. Да, можем подраться, в принципе. Андрей, это же был мой дагер. Прости.
Больше не буду давать никогда бомбить руны по стой хуйне. С какой? Ну, ты знаете это говно? Это же главный мемат сейчас про этого. Про инмита. Да. Это разве мемат? Но в этот раз я в себя уверен, Митя, если ты придешь, ну, и дашь его... Я-то уверен, потому что я без даггера никуда не пойду, вот. Имхо. Пал. Блин, короче, надо привыкать, мне кажется, чины все-таки на обычный каст ставить, чтобы АУЕ видеть хотя бы. Да, сплэш, конечно, красивый, толку пока от него нет. Так, ну посмотрим, что этот Ember Spirit может с даггером. Что этот XYI, я бы даже сказал, может с даггером. Линку принес себе вивер, это, конечно, так. Ебать. У меня нет маны. Вообще я бы тут, конечно же, жил, но у меня, к сожалению, не было маны. Я сыграл очень жадно. Гриди бастард. Блин, а у нас есть какие-нибудь стаки? Я так понимаю, этот вопрос наивный весьма, да, был? Ты даже не первый раз задаешь? Ответ не поменяется. У нас все все формят. Надежда-то все еще есть. Поэтому ничего нигде нет. Парни, а подраться не хотим немножечко побороться с врагом? Вообще, можно было бы. Я пойду... Просто не знаю где. А, вон, смотри, сверху, сверху можно. Я готов, если что, вписаться где-то. Уже нельзя. Ну, я выезжаю. Я отопаюсь тут. Давай там устраивать подмес. У меня пизда какой медленный. Кот поймал там? Не, короче, все-таки лучше с квикастом буду. Тут сложно. Не, Рошана мы сейчас не убьем. Это почему супер нет? Тупая идея. Ну, потому что. Урона много, ластилы есть. Ну, наоборот, мы изи заберем. Нет ультимы в Рачкинга. А, ну нет, так на самом деле, да, изолим изи. У нас степенной урон. У нас ультим не у кого. Просто хера. Я не знаю, сейчас там просто все сдохнут и все. Да забей, куда вы идете? У нас нет ни ультимейтов, ничего вообще. В смысле, мы вот уже убили Пуджа? Так. Роб. Просто. Типа, ну, без пуджа, ну, то есть, бьём дальше спокойно. Что-то кто регенится. Потанчите. Я регенюсь, у меня есть маска. Анонимуса. Не, у меня есть четвертая пассивка, я думаю, вы нормально регенитесь. Парни, я ульт, типа, морально с вами, если что. Потом. Можно на шрайн зайти. А, топ задефти. Я бы сюда зашел. Короче, все, я устал, я иду домой. Ты вниз пойдешь? Фермить. Ну да. Я смотрю, ты тоже подкачиваешь что-то, да? Понравилось, понравилось, да? Ну признайся. Ну приятно, на свой. Герой такой. Ну на свой не. Ну да, герой. Герой такой. Ну как бы, то есть можно не подкачиваться, просто фидить, бегать, как бешеный. Но тогда, скорее всего, никакого кайфа от игры вообще не получишь. Это правда. А, то есть он просто встал там. Понятненько. Понятненько. Так, Ярик, я иду играть опасно, если что.
Кто там? Так, пойдем убьем его, слышишь? Давай. Опасный. Здесь еще один. Честный, ВД. По 700. Здесь еще ОД и ВД. Я пытаюсь убить. Не, мы можем всех убить. Если можешь гнать, то погнали. Могу, могу. Там еще люди, иди давай, давай, дагер. Давай. На шайн прыгаю. Не прыгаю. Дальше, дальше, погнали, чего стали. Юстахи, подкачивайся. Ярик, стаки. Да блять, что не так со мной? Я спрятали, кстати. Визитор уехал. Я ульт не нажал перед баскомом, какой же я донный парад. Какой стать фарманем? Ну, если честно, я первый там раз собрал мом вообще в доте. Давай, я стану большого, а ты бьешь. Ладно. Ну, тебе, ульт походу, где-то пригодится. Надо. Да. Ну хоть где-то ульт-то мне пригодится. Давай, что там, что там, что там такое? А надо помочь. Надо давай, подкрепу. Интересно, кстати, а урон способностей увеличивает физический урон от фистов? Иди способность, по идее, должен. Ну да, но именно сам урон, он 80, поэтому, Андрей. Да, да, вот эту вещь, которая у тебя доп физа с руки, она вот докрафчивается в его. У меня есть ульт, можно подраться, на самом деле. В принципе, у меня скоро тоже будет ульт. Все в порядке, парни. Извинился телепорт? Нет, я нажал его случайно на ближайшую цель. Здесь сативир у нас под ногами. Да поебать вообще. Блин, а там курица моя летит. Ну не трогай, ну не стукай. Мне нужно домой. Очень нужно домой. Бинго. Так. Ха! У меня есть ульт, так, может, идем сыграть? Ну мы вообще не, слышь, полная дресня. Нас тут трое. Нет, вряд ли. Ну я буду так через недельку примерно. Так, я понял. Флай Легион, что прыгает. Продано, меня. Ладно, я понял. Ничего страшного. Я решил пофармить рядом, думаю, они все на тебя. Зай, вибали нас. Ладно, это что? Brutal Savage. Ладно, парни, тогда я на сплитпушах играю. Тогда сплитпуш, ребят, тогда сплитпуш. Сплитпуш я люблю, подкачиваться тоже люблю. Давай. А чё ты фармишь? Блин, а? Ваши предметы. О, кстати говоря, у легионки 86 урона, чё-то как выяснилось. Тут на самом деле попахивает фекалиями. Не, пошёл ты отсюда. Успею ли я убить этих крипов и зафармить еще крипов? Я подкачиваться полюбил что-то реально. Да, ну это заманивает этот свен. Да. Успели я убить этих крипов, я думаю, нужно ли мне БКБ вообще в этой игре? Ну, БКБ не ускорит твой фарм. Против ОД на самом деле не такая плохая штука. Против банки. Ярко, ты говоришь. Ой, там, короче, эти фуза появились у мерзкого жука. Еще один повод. А чем все занимаются противники? О, вот. Легион сейчас снизу. Парни, я могу сейчас наебать ее очень сильно. Готовы? Я готов байтить, парни. А значит, будет выебаны и раздета, парни. Вы готовы? Вы готовы? Давай, точно? Давай. Смотрите. Давай. Мы следим. Дрей, мы идем раздевать ее. Но она не байтится. Ага. Подбайтил. Андрей, мы раздеваем ее! Да. Я знал, что Грегор не прочекает линку. Я знал! Не прочекает. Грегор. Могучий чутьем. У нас база чуть-чуть подгорает здесь.
Да мне а мы быстрее все. Будем ломать. Я пошел разматывать там людей. У нас тут визуали, все дела. О, найс, крип. Ускорился. Так, броня или поглощение? Броня чьи? Пойдем дальше, пойдем дальше. Пойдем. Гулиф потратили или янки нет? Мурт есть, я что прыгну прямо туда в толпу. Свечу и так далее. Да, давай, ну, я делаю, с тобой. Сделал уже пудж. Еще я прыгаю в пуджа. Я тоже. Его нет. Пуджа-то нет. Умрет. Обращу внимание, что... Ребят, обращу ваше внимание, что я задоджил касочку. Я сделал это. Я силен. Еще обращу внимание, что... Паучок это магический урон, судя по всему. Ух ты. И чё, мы все? Ну, шайны пойдем поломаем вот эти вот. Дальше там пудж будет хукать, под фонтан пошел. Оп, опа, вот тут самый. Кого-то он уже и хукнул. Я мог сделать просто даггер-аут и тэпнуться, но что-то мне было очень лень это делать. Найс звуки. Грегор, кстати, серьезно настроен на эту игру, судя по всему. Дайте побить-то, пожалуйста. Крипсинги. Кстати, по идее, вардик поставили вот здесь. Теперь. Значит, ладошки вспотели. Реально потные ладошки. Что по аганиму-то? А нахрен ты, кстати, покупаешь аганиму, если это худшая мусорка? В смысле? Типа, да нет, станчики во всех это хорошая штука, ты шо? Так, почему станчики во всех? Аганим дает тебе, ну то есть ты умер и дерешься дальше. Представляешь, что делается спен? Спен, который еще 5 секунд просто ебурит. Или фантом, который 5 секунд еще просто ебурит. Так, что-то а этот стан не дал, мом нажал. Теперь я забыл кинуть стан. Ну подожди, я только учусь. Сложно. Но мне кажется, мы не хотим за ним бежать. Я могу, конечно, прыгнуть? Не, мы хотим. Ладно, мы я только учусь, я все время что-то забываю. Сайленс этот, что это за заклинание вообще? Плохо. Так, получается, нужно сначала кинуть стан, потом использовать. Ульт уже, это все, а потом да, уже. Да. Эй, я первый раз его купил. Сложно. Я как бы знаю, как он работает, но на деле это не получается. Я это шайн подпёздываю по чуть-чуть. Не очень эффективно, вот где-то по 3 урона. Я БКБ себе куплю, блин, еще БКБ нажимать. Надо было Тарас какую-нибудь фармить, ее жать не надо хотя бы. Грегора все равно хрен убьет. О, если что, драка. У меня ульта нет. У меня есть. Так, ладно, парни, наверное, мне пора перестать фидить немного, да? Блин, а то я что-то это начал за здравие, как говорится. Хорошо, ребят. Я это того немного. Я без мана остался. Парни, я пока что за вас болею, но вроде у вас и так все получается без меня. Где криты-то? Вот они. Че, мы трахаем жучка? Да, где-то здесь трахай его, Андрюх. Невидим, Андрей. Не, он невидимый. Нельзя трахнуть то, чего не видишь. Можно попробовать. По ощущениям как. Ты чего вы такие качеры, сук? Тоже хочу. Игра такая. Нравится подкачиваться. Не мешайте, я заберусь с ними. Слабенько пока идет. Бля. Криптый. Так, теперь есть БКБ. Но БКБ тут никак ни с чем не взаимодействовать. Это я могу либо БКБ получается. Хотяй. Че, я? Да-да. Да. Убедиться, что у тебя он есть. Я, короче, лечу. Да-да. Наверное, подойти ко всем. Ой, он, блин, куст снова засадит. Грегор. Закончились.
Так, ну Огр жив, парни, Огр жив. Кастует. А, там же нет, так гоним. Кому всадить, кому всадить, погнали. Погнали. Все, я все правильно нажал в этот раз. БКБ не нажал только. Ладно. Да, иди, сучонок. Там буйбок. Еще поебать. Под фонтан за ним. Что, сколько у них байбеков, алё? Много. Все. Хватит. А-а-а! Чё дает? Под склонению! Почему я? Вивер, пожалуйста. Сейчас меня никто не возьмет. Еще вампиризм взял, гайс. Блин, это фантом не дает мне показать свой потенциал. Я тоже. Так что, походу, дело в компеде надо будет закупаться сейчас. Ты смотри аккуратнее, последнее время начал выиграть. Андрей, так я говорю, я вот уже... Ты ж гол на эту на регион, смотрите, я в атаке. До 1400 уровня дошел Андрей таким макаром. Так, стой! Чего я сдох? Ах, да. Блейд Майл, похоже, да? Ебать, вот это новость. Бля, он тоже байбекнулся? Алло. Да. И он бежит. Так будет драться с ним. А с ним? Если тебя сусок ластил, даешь, ты можешь прям по думейлу хуярить, и тебе ничего не будет. Я, кстати, уже попробовал. Не, ну нет, ты не был в драке тогда. Это под фонтан будет в рейв? О! Все, идите сюда. Да, ну мы и мужчины, конечно. А, это мы. Блин, короче, сложно своим нажать все кнопки, отвечаю. Я каждый раз что-нибудь забываю нажать. Блин, я в этой игре как никогда был близок к 25-му левелу и Октарину, но... Блин, сори. Я не знаю, нет смысла играть на Эмбер Спирите, когда ты не 25, не получаешь 25 левел Октарин. Там же, блин, кулдауны снижаются на очень много процентов. Бесплатные уроки игры на Свене, дорогие друзья. Обращайтесь в контакт. Андрей, если нужны бесплатные уроки, для тебя скидка. Спасибо. О, глушитель. Далее. Убейте или погибите, убейте. Так, мне очень важно узнать, это тот мех или нет. Смотрим профиль. Ну, правда, ничего не понятно. What? Ладно. А зато понятно, что сейчас будет трехминутная рекламная пауза, дорогие друзья. На 47 минут я предлагаю еще начинать одну. Я точно пас уже пойду. Ты с... А, у нас Собачкин есть. Предложить. Да, ну я позови собачку. Сообщал об этом, что я не буду. Так что, может быть, мы сделаем, Андрей, трехминутный брейк знаменитый? Так я его уже сделал. Когда ты успел? Ладно, сейчас вернусь. Так, ладно, гайс, всего доброго. Давай, давай, блядь, попробуй, трахни меня. Жучок, понял тебя. Спасибо большое. Ну, ты знаешь,
Может быть, не я лично, но мы трахнули тебя, мужичок. Мистер Кузнецов, вы здесь? Нет, кажется, мистер Кузнецов не здесь. А, чат, как же тяжело. А если полное видео? Да, видео, конечно, есть. Пока его не заблокировали на Ютубе. Да. Так, ладно, мне кажется, самое время поблагодарить наших уважаемых подписчиков, которые то и делают, что подписываются на канал. Мы уже, кстати, заработали 701 саб-поинт. По идее, это открывает новые смайлики, а может быть и нет, с другой стороны. Друг друга жучка, спасибо. Спасибо. Confine of Dream, Чо, Оли, Флекс, Ним, Блэк, Джуйсер, Ру, Кинг, 666666, Спейс, Ру, Дед, Маккей, Карлус Хэс, Утяжка, Сэйо, 88, Майнд, Год, Экшн, Фо Ю, Ким, Тэм, 1, Хики, Костян, 41, Заламор, Артём, Скотина, Макродот. Спасибо большое вам, джентльмены и леди, если таковые имеются. Вот, ну, кроме этого, я думаю, время пообщаться с чатиком, ребят. Пообщаться, вот прям на такие жизненные темы, жизненные, ребят, жизненные. Как дела, чат? Не клеится диалогу на что-то, да? Так, хорошо, фигово. Магистр Алекс, а чего? Алло. Ладно, пообщались, теперь алло. Что, вдвоем, что ли, сыграть игру? На чем мы, петушины, что ли, гнезда? Или да? Не знаю, как это связано, но время просто уходит, 40 минут осталось. Ну, можно вдвоем попробовать? Но это будет такое дерьмо, чувак. Ну ладно, давай, все, поехали. Давай. Три региона, надо сейчас на рашке. Возможно, кстати, Алексей с Сололайн на бус с нами будет играть. Так а кто тогда не будет с нами играть? А, погоди, инмейт ушел же. Да. Инмейт ушел. Вова Боль также не будет участвовать. Не, ну, Сололайн на бус это полезно. Как бы мы впитываем опыт действующего капитана. Лучшей команды мира. Это да, полезно. Так как бы, в прошлый можно... раз он же в последней катке даже капитанить начал. Он вжился, ему понравилось, понимаешь? Ему понравилось. Да, вжился. Я даже использовал кусочек его капитанства в своем видео. Mm-hmm. Так вот. Настолько он был хорош. Так.
40 минут до батл капа, дорогие друзья. Ярослав, прошли уже те годы, когда можно было 25 часов подряд играть в... Да, прошли, Андрей. Я не знаю, зачем ты это делаешь. Сам. Так, Вова пишет в Steam, говорит, что он будет, оказывается. Я отошел ебать, что все занято. Ну, пока непонятно, Вов, пока не ясно, пока не ясно. Пока не ясно, но если что, для парня из КБУ местечко-то всегда найдем. Ну, естественно, если Леха ребят из ВП позовет, то нахуй. Вова, да. Это не по КБУ, что... Короче, я, у меня, Андрей, у меня горит дупа. Где Смайл уже в две игры подряд прослал. А у меня закончил горит. Нет, погоди, этот, который заявлял, что я хочу играть, я буду там, парни, вы меня не зовете, говорит. Такое. И две игры к ряду. Просто два в ряд, два в шеренгу. Да, да, ну, я напомню, именно по этой причине он является тренером по армрестлингу КБУ, а не основным игроком. Да, не, ну ты знаешь, типа по-хорошему, так... конечно, менеджмент должен вести переговоры с такими, скажем так, сложными игроками. Ведь, ты знаешь, в команде всегда есть какой-то сложный человек. Как правило, знаешь, очень талантливый и сильный. Наш, правда, сложный человек еще и плох. В принципе, как и мы все. Вот, но, не знаю, лично мне... Не, ну подожди, в армрестлинге он очень сильный. Это правда, это правда. Это правда. Вот. Скажи дупу. Америко! Сколько лет, сколько зим! Спасибо большое за 42 месяца! Огромнейшее спасибо! Я смотрю, чат не на шутку захайпил, захсап хайпил. Так, ну что, ой, Андрей, мы сразу опустились по рейтингу на косарь, после того, как Митяй ушел. Подожди, 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 а почему у меня 4900 всего? А, кстати, я вообще не понимаю, да, это почему. Это, по-моему, ты нажал не тот matchmaking, чувачок. Блин, подожди, это что? International вроде. А мы обычно играли? Ой, все, пизда. Да, ну мы обычно играли. Ну ничего, мне, по идее, мне тут скоро 5000, но я так не хочу на Phantom Lancer, им же качаться надо. Чувак. Понял, можешь мне дать? Я да, давай, ты подкачаться захотел? Не, ну так я не буду особо качать. Закуплю травала, там полечу туда-сюда, потом гоним и драка, 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 драка. Хорошо, хорошо. А тебе кого взять? Рандом? Да, рандом решит. Ну ты же хочешь, чтобы у тебя на лансере было больше денег в начале, правильно? Они, кстати, теряют уже бабки. О, будешь играть на этом бомже? Да, 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 бери, 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 оставляй, оставляй, оставляй. Так это, Андрей, так ты можешь на Бене подкачаться, купить аганим? Я так хочу. Нет, да. На самом деле, сильнее Бейна на 25 уровне героя придумать просто тяжело. Ну да, это если просто... бы еще, на самом деле, да. Брейнсап работал по БКБ. Андрей, он работает по БКБ. Ну, ГГ, все. Ну... Просто берешь талант на 25 уровне плюс 200 дэмэджа? Да, высасывание. Урон высасывания — это очень сильная штука. Реально. Ну, это очень серьезный ДПС с ранжа. Очень серьезный. Правда, товара он не бьет все же. Да, но он в драке типа просто больной. Интересно, я видел а видос. Вот парень на антимаге действительно планирует этого героя взять? Кстати, если они думают, что это Бейн суппорт, они сильно ошибаются очень. Очень сильно ошибаются. Так иди в оффлейн. Я пойду в оффлейн, да. Я вот поставлю туда. Но Бейна никто не берет в оффлейн на профессиональной сцене, потому что, мол, типа, дальше толку немного. Ну он да. Реально его взял. Не, он так-то очень сильный. Но вообще в папчике его просто не выгнать с этого оффлейна. Он разбивает один в один любому саппорта лицо, его просто не убить там. Толку да, но у него брейнсап стоит 70 маны. Боже, 70. Ну, вообще, кстати, был момент в доте, когда Бейна ставили на оффлейн недолго. И не помню, кто это делал. ЕГЭ, что ли, в начале своей карьеры своей. Кто-то ходил, в общем. Зай, что ли? Вот да, Зай был когда-нибудь оффлейнером в ЕГЭ? Было такое? Да, он ходил на быне, я помню. Потом находил он сюда. Было дело. Так, слушай, ну раз они так хотят играть, то я с тобой пойду в оффлейн. Так будет. Ну потому что я, что, мне с антимагом стоять снизу не хочу.
И то есть, как бы я уже перестаю подкачиваться внезапно, да? Не-не, подкачивайся, я саппортить могу, нормально. Да. Слушай, это против нас, это соло игроки, что ли? Ну, вообще, вероятно, что да. Блин, у врага пик, мягко говоря, чуть-чуть лучше. Подсказывают, что в секретах ходил. Ну, может, в секретах, это не суть. Да, на секретов это больше похоже, потому что... Не, батлкап по таймингу не обязательно начинать. Там 30 минут еще есть, так что мы в любом случае успеем. Да, кстати говоря, есть имморталка на Бэйне, если что. О, Поняли. Подожди, а может, она мне передастся или нет по наследству? А я не знаю, кстати. Может быть, уже... Ну, давай тогда свапаться в игре уже будем. А вдруг? Okay. У меня лансер бомж, что... Хотя, не, подожди, у меня копье тоже... Там должна быть иммортал. Сильная. У тебя. Но у меня есть на лансер иммортал. У тебя есть... Да у тебя тоже должна быть на байонет иммортал, она у всех есть, у нас 4 рубля. Да нет у меня никаких шмоток. У меня единственные шмотки, которые есть, это на паджика. Паджик у меня реально красив. Там вот эти вот ДК-хуки, там... Я помню, это хотя было... Человек пишет «нет», хотя хуй знает. Вот-вот. Ой. Андрей, а почему у них пик, как будто бы они собрались интернешнл выигрывать, интернационале? Я не знаю. Но так и есть. Я себе еще Блейд Мейльчик возьму такой. Ам, дорогая. Не. А потом что возьмешь? Слушай, а что если Спирит Брейкер ультует в Лотус Орб? Ультует именно? А, ну ничего хорошего, наверное, не будет. Херня какая-то случилась. Там же вообще без разницы. По сути, этот скилл, он не наносит, он не делает баш, он просто наносит урон, и ты прыгаешь на героя вражеского. По-моему, это так работает примерно. Подожди, он делает баш твоего уровня прокачки, по идее. Это... Блин, ты реально подсел на этот компендиум? 2300 уровень, Ярослав. Да в смысле, я не апнул где-то после 1000 какого-то, который я апнул вначале, я потом не апнул уже. Это просто за фишки вот за эти, за всякое говно. 300 левелов? У тебя недавно 2000 был? Ну да, вот я больше ничего не донатил. Что? Как нам обменяться-то, слышишь? Блядь, а вот обменяться героями. Серьезно? О, сори, но у меня есть... Да, да. Да ну брось. Да брось заливать. Серьезно тебе говорю? Яричек, ну что ты заливаешь-то? Ну, у тебя позавчера был 2000 уровень, Ярослав. Или ты там я какие-то фишечки... 70. Ну, смотри, давай, я тебе сейчас математический урок проведу для тебя, Андрон. Спасибо. Смотри, я купил 70 уровней. Ой, то есть я открыл 70 сундуков, на самом деле больше. Вот сегодня я открыл под сатен сундуков. Под сатен сундуков, соответственно, примерно 90 шмоток из этих 100, что мне выпали, я... обменял на 2 уровня компенсации. А, вот все, я понял, я понял, я понял. Можешь не продолжать, дальше я додумаю. Подобными всякими образами, собственно. Почему бы нам не посидеть в паузах? С 3-й сокровищной до 20-50 левелов может упасть. Ну, мне, кстати, да, мне еще упало 1 или 2 раза 50 левелов. Вот, как раз. Плюс там типа за открытие сундуков ачивки, ну, не ачивки, да, ачивки, грубо говоря. Слушай, да. Может быть, попробуем? Или нам не стоит? Да, 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 пойдем, пойдем. Кто не мог? Он засал, ну, серьезно. Бери, бери, ты ж кэри наш. Да, я кэри, спасибо. А где, кстати говоря, они в таком случае? I don't know. Ну, вот она пришла, Лиза, смотри. Реально, словок немножко. Ну, мне кажется, мне таком герче можно просто рашить мидас какой-то. Как меня называют? На самом деле нет, я вообще всегда пока крипов. Или не рашить мидас. О, смотри, паруч идет в наш лет. Ладно, я буду рашить Blade Mail. Зачем? Че? Я же ждал. Хаза. Я в общем с Веном вгрызаюсь. Упокс. Тут барыч уже в тебя вгрызает. Мне так насрать. Давайте третий стан. Чё, засали, да? Какая же мне пизда, брат. Ну, из хороших новостей у Свена нет маны, нету манга.
Лина мне даст еще тычечку одну и, скорее всего, не догонит меня но больше. Тебе даст Лина тычечку и Свен. Парыч не даст, я его замедляю, Виномору бомбу. В таком случае я убегаю. Но если Лина дает две тычки, имею все шансы сдохнуть. 4 брони, сопротивление урону 22%, 65-51. Получается, давай, давай, посчитаем. Ну, тут... Так живу. Свена если... разброс. Разброс дэмэджа 2. Да. Вряд ли прокнет. А у Лины 18, если что. Там может прокнуть так, что она с двух тычек не убьет. Плюс, я как профессиональный игрок в прошлом, я использовал танго. Я съел дерево, поэтому я регенюсь. Да, да, Андрей. Типа танго тебя спасет. Оно тебя успеет на регене, у тебя еще хп 20. Yes. Между этими ударами. А ты ответь мне на один вопрос. Ты трахнешь свинку? Ну, постараюсь. Давай. Я тоже оценил всю ситуацию, я думаю, что я могу попробовать трахнуть свинку. Но у свинки 300 жизней. Мне тут говорят как ставить дерево и играть на мувик. Мне кажется, если я поставлю дерево, то я просто сдохну из-за этого. Ну ты можешь попробовать прямо перед собой ставить, чтобы Рина точно... Есть план, убила. Погнали. Да-да-да, я бью свинку. Там сейчас, правда, еще паузу. Он тычку отменил себе. А в чем? А что, будет что? Посмотри, они теперь хотят меня. Да, давай. О, смотри, свинка сдохла. О, свинка ошибается. Так, жаль, нет маны. У свина скоро мана будет. О, хорошо. Так, а все, поехали дальше. Это тоже наш. Мана больше, пока пьешка не будет. На, сука! Так, я теперь с сапожулей. Ой-ой-ой, сексуально-то как. Ай-яй-яй. А теперь, смотри, я тут... думал, что мы тут уже не можем... Здорово! Тут... Опа! Давай Лину, резко. Да нет, ничего, если что, я просто бегаю уже. Ой. Он бежал, он понял, что это бесперспективно. На, сука. И чё он качается, на каком основании вообще? Я не знаю. Смотри. В прошлом профессиональный игрок. Чувствуешь профессионализм? Чувствую, я прям вижу его. Кряк вернулся. Короче, нам знаешь... А, подожди, сори, ты же в кэрри. Нам знаешь, что надо? Я считаю, нам нужно, чтобы ты купил ману ботинок, тогда им вафельный рожок. Ну вообще, да, похоже на правду. Давай. Воу. Мана нет, А почему он меня бьет? У него какие-то планы есть или что? На вечер, может быть, и есть, не знаю. Так, мана ботинок, хорошо. Так, а мне нужно колечко хоть какое-нибудь, чтобы регениться. Так, все, я пойду за баунти руну. Так, как... него... А, нет, погоди. У него там уже все. О. А че он, типа... Так, ладно бы, кстати, если бы я бы спасся. Ладно. Хряк что-то оказался сильно. Да, это же хряк. Правда. Вот там еще отводики делаются. Шикарно. Так, что там, станчики? Давай, хорошо, стан один. Второй. Хорошо. Найс. Душим его. Они говорят, душим его. Ага, хорошо. Сейчас я еще стан дам. Свен. Или не дам. Только Свена нет мана. Так я не дам. О, Лену, может, чтобы я продал. Давай убьем. Че от волос? Как же я душу их. А будет еще на разворот? Да. Теперь он хочет. Нет. Не забашишь. Да я загорю сейчас. Почему? Почему лимон убивает? Так не должно быть. Так... Ой, тут Лина. Вампирский. Мама дорогая. Вампирский, так не должно быть. Лимон не должен мы убивать людей. Пифидить на этой линии. А еще когда лимон нас убивает. Давай драться. Сейчас я ваунтосом поработаю. Я не могу остановиться, я питбачиваю на стан. Смотри, оп. Что ты хочешь? Что ты? Так. На меня, сука, да?
манной пошел, там много очень нейтральных существ. Так. О, Андрюха, Андрюльбан. Блять, можно я пойду? Оух, да ты поднимай свои руки быстрее, пожалуйста. Ты видел, я раза 4 пытался на себя накинуть Найтмар. То башек, то станчик, то... Хотят, они хотят. Все, я иду пешком на дизморале, ползу. Ну, знаешь, они развели меня как... Я все-таки могу сказать такую вещь, что враг очень настойчивый, за что ему большой респект. Нахера сюда Леон пришел? Я не знаю, чувак, он всю малину испортил. Пришел со своим станом, что-то. Так, короче, ладно, я куплю вардов, я же саппорт. Да. Точно? Ну, сейчас сразу душить надо. Так, где тут свин? О. Да. Кажется, это тимплей, Ярослав. Трюльбан, это он. Давай Барыча. Так, свин чё? Ничего не делает. Барыча? Хорошо. Душу Барыча. А ты можешь усыпить кого-нибудь или что-то такое предпринять? Себя бы с радостью усыпил. Не, блядь, все равно... Короче, нас тотально задушили. Ладно, мы сейчас... Давай поменяем тактику. Надо быть сейчас менее агрессивными, от защиты больше играть. Это? Давай. Свин без маны. Так, а что мне купить, чтобы играть от защиты? Ну... А, так урну надо было купить. Слушай, у тебя очень много денег, я хочу заметить. Да, урну стоит 807. Это на базе пока. У меня сейчас будет 6-й ЛВЛ, правда я не уверен, что он на этой линии хорош. Работает? Ну посмотрим, может Барыч куда-то уедет, и тут я схвачу его за булки. Оп. Сори, я качер в 7-м поколении. Да-да-да. Так, я сейчас урну принесу, Андрюльбан, тогда давай, мы давай. Когда будем килл делать, урна будем хорошо. Заряжаться энергией солнца. Нет! О! Ладно. Ты уверен? Я-то уверен. Ну, свин ушел на базу, скорее всего, потому что у него нет маны. Он понимает, что он так на линии не простоит. О, смотри, сори, Андрей. Иди, продолжай, души ее. Там, правда, Браторч уже едет на нас, скорее всего. Я не хочу тратить ультиму свою. Тратить. Просто скушай ее. Там. О, смотри, она... О, Барыч бежит. Подожди, я хватаю его сейчас за этот... Я вроде быстрый. А ты где? Vampire! Я рядом недалеко, я успею, если это задел. Ладно, он тоже я быстрый. Подойду. Почему он быстрый такой? Он же Братрум, у него там успит 200 с чем-то, 205. У него пассива актива есть. Могу себе позволить вот так вот проходить. Так, а подожди, а если я типа такой саппорт, я ж могу еще и роумить. Да. Иди куда-то. Погать на других линиях. Да. Я пошел. Давай. О, смотри, Лин ломает варды. О, желе. Идет ставить вард тоже. Андрей, Лину ловить будешь? Да, давай. Не буду пошутил. Я подпушу, сейчас я будем под тавером опять душить. Кстати, заметь, враг отступил с этой линии. Хотя у них начало все налаживаться, и тут на тебе. Иду. Ой, там снизу что-то Вэмп. Я смотрю. Мне. Ага, я понял. Ты засмотрелся. Ладно. Короче, я не знаю, враг я уже сбили, очень сильно тут. Отчаялся. Пацанная Лина с своими вардами. Так не позволял тут так делать.
Ней, давай. Ты успокойся. О, Стан. О, Лена. Мам, дорогая. Я не смотрю. Андрюльбан! Я не смотрю, я не смотрю. Андрюльбан, они хотят меня. Андрюльбан, что делать? А, не, я смотрю. Как он заебал свои ручки поднимать, опускать, сделать что-нибудь уже. О, Андрюльбан! Враги. А вот этого будет? Да, ну он пойдет вон там. Слушай, лабораторщик на меня опять какие разгонится, ваши... если что. Какие ваши предложения? Уносить ноги. Или ты хочешь? Опа. Оу, е. Оу, ноу. Оу, е. Так, а у меня что-то кончилось. Ресурсы? Всё, по-моему. На, я куснул ее и пошел отсюда. Вот это можно сделать. Так, хорошо, Blade Mail, хорошо. Правда, я не совсем уверен, что он мне так уж прям сильно нужен. Но хотя этот димейдж, который я буду наносить врагам, конечно, он мне нужен. Ты будешь сейчас что на подмоге сейчас? А, да-да. Так, Андрюльбан. Я думаю, надо его это. Чё-то ненавижу браторчик. О, подождите, так у меня есть кнопка. Хорошо, что я вспомнил. О, здорово! Сука. Сука. Чё-то реально в голос. Ладно, у нас, кстати, есть антибак в игре еще. Будешь фармить это? Катер. Так, ну вардиков я приобрету, конечно. В этом никто не сомневался. Какой? Трюльбан. О, гусь бежит! Как гусь бежит? Ой. Нет, гусь в клетке, гусь в клетке! Как же гусь, который в клетке? Да! О, Андрюльбан! Да, я похерил свою иллюзию! Чётко! 10к! А, это чё, пойдёт?
Да, ну вот подумай, что это настоящий лансер, понял? Когда так все и было. Блин, Андрей, он и так. Смотри, Лина, идет варду ставить, сучка. Блин, а я давно без микрофона на стриме, интересно? А то что-то столько, возможно, очень давно. Столько рофлов впустую. Ну ладно, если что, зритель в любом случае особо ничего не потерял. Так, а что-то снизу они там, слышишь, они поняли, короче, что наверх нельзя идти, и пошли все вниз. Андрей Ульбан, ты придешь вниз там, типа, они я, прям требуют? Я уже иду вниз. Что ты думаешь? Ай-яй! Пожалуйста! За что? Блин, меня прятают. Я шокер без ульта, если что, своя маны нет толку. И что, и что? Ну давай. Давайте, сучки. Вот он, я здесь. Ой, как же я не люблю вот эту магию. Так, что там у Лина? Мувспид такой же, как у меня. Ну, будем надеяться, что она ошибется. Что ж. Лип. Блять, лип. Так, ты спрячься. А я такой с блейдушечкой. Такой оп. Андрюха. Андрюльбен. Ну, там, а вот я лечу. Ошибаются они, конечно. Блин, в натуре, как обещал, траволаз как... сделаешь. Да! Задолбал это, Лен, что такое быстро? Да вот непонятно. Так, а куда это ты собрался? Бам. По-моему, он идет туда, куда хочет. Оу, Погчамп! Да, да пошел ты в жопу! Погчамп! А мне, кстати, поебать, я говорил уже об этом. Да, говорил. Че, зассали, да, все? А смотри. Зассали. Он у нее спрячет сейчас, а мы ее убьем. Готов к этому? К этому готов. Оо, Погчамп! Опять, боже мой, сколько Погчампов в одной игре. Твою мать. Подожди, хватит! Сейчас Погчамп сделаем. Они... Это лучшие как... игроки. Какая же тебе пизда. Какой хитренький. Сука! Это лучшие игроки в доту против нас играют. Так и у нас тоже земля. Лучшие игроки в доту. Сука, это финал интернешнл. Блять! Погчамп! Погчамп. Безошибочная игра от обеих команд. Боже мой, накал страстей настолько велик. А Свен-то фармит, пока все это происходит, понимаешь? Ой, кажется, котик ошибся. Но, впрочем, что поделать, ошибки случаются. Люди не роботы. Да, Андрей, как там аганим твой? А, мне аганим? Слушай, ну давай попробуем. Так подожди, а в чем смысл было что-то кэрри? Ну, скорее в том, ну там типа как-то надо с манкой что-то придумать, потому что это такая галепочка небольшая. Мне нужно реально потом какой-нибудь реген маны взять, может блудстончик или не знаю что-то. Там причем очень много нужно. Готов Погчампить? Смотри, смотри. Пооо!
Да как ты меня... Ты-то... Это сейчас кончится все плохо. Но Лина наш! А чё так долго летит с тобой? Не знаю. Бонча! Смертный. А вы... Ты шо? Ну ладно. Брюс Ладен, прекрати! Бокча! Нет, это невероятно просто. Я не могу. Я просто не могу. Блять. Ох, хоть бы все игры в матчмейкинг были такими. Боже мой. Бокчамп! Отстань! Это финал Na'Vi vs Alliance, да, это он. Вы зашли по адресу. Так, и что они думают, они меня победят? Ха! Длина ультом мажет, сука. Так, тебе вот такое. Так, вот шейкер мне не очень нравится. Этому... Ну все, я приехал. Бам-бам-бам-бам. Андрей, Андрей, живи, живи. Ты еще можешь. Я лечу, Андрей. Я наделал димиджи. Я наделал димиджи, все нормально. Сейчас DPS. Смотри, они хотят теперь меня, походу, взять. Покча! Зафармить крипа даже. Дай привет, плиз. Ха. Так. Блин, почему опять ситуация такая, что антимаг вообще не участвовал в игре, но при этом я смотрю на него, и мне грустно. Ну, как не, он не настолько плох. Ну, не, ну как можно так мало фармить? Так мало вообще фермить? Он дох на линии, то есть вот пока мы там развлекались... С тремя, сюда, пока мы там... Сюда летит братрум, алло, мистер антимаг, ты уснул, что ли? Чё, будет покчамп или нет? Покчамп! Блин, и чё-то на этой как ноте... Как выяснилось, здесь стоит вард где-то, вот прям здесь, видимо. Подкачаться захотел пойти сразу, а то чё-то дизморалька какая-то ударилась. Не, Андрей, Андрей, не время подкачиваться, потому что нам скоро батлкап играть. А, ну нам надо закончить игру минут за 10, вообще-то говоря. Правда, правда, правда. Да, где-то 10 минут у нас. Поэтому я уже пошел диффуза фармить. Так, подожди, а как надо, как закончить бы ее? Да не, подожди, до батл кубка еще 7 минут. Ну да, еще 40 минут там есть у нас, но типа ну, да, раньше начать. Ну надо, надо еще же написать людям. Да, да, да. Че мы речь? Поэтому покчамп, покчампом, а. Меры. Ну я пошел заканчивать. О! Пок! Чамп! Пожалуйста, пожалуйста! Саная жизнь. Так, пойду-ка тут дверь открою. Ага. Чё-то он слабо бьет. При всем уважении. Ой, как у вас там весело, как у вас там весело, боже да, мой. Да, у нас покчампичи здесь. А вот антимаг пришел. Фулл мана, фулл так, хп. Ладно, я пока долго мертвый, буду писать. Я полетел на войну. Че ты боишься-то? У него даже ульта нет, алло. Тиноч. Шейкер лучший игрок на планете играет какой-то. Лучший игрок в доту в мире. Боже мой. Кстати говоря, если загуглить лучший игрок в доту в мире, там какая-то такая муть. Там не я разве? Уверен. Кстати, возможно, Дэнди. Ну да, наверное.
какой у нас сегодня состав на Battle Cup? Ну, по идее, Resolution, Рамзес, я, Андрей и кто-то еще. Привет. То ли соло, то ли не соло. Вроде как-то так. Но это не точно, как говорится. Это и не точно, как и все в нашей жизни. Так, а что они, кстати говоря, смотри. Это тот. Я иду уже с моим анонимом. Ух ты. Не надо! Ярыч, я иду. Ярыч. Раз. Тоби пизда. Высасываю. Короче, лучший игрок на в доту на шейкере играет против нас, к сожалению, Андрей. Это очень печальная новость, что лучший игрок против нас играет, а не за нас. Очень печальная новость, что у меня закончилась манка. Опа. Вот это проблема моего Герыча, что у него заканчивается мана. Блять, я пишу людям насчет Battle Cup, у нас 5 минут до начала, никто не отвечает. Что за хуета? Взрываю, что Роман тоже играет в доту. Роман не в доте, Леха не в доте, блять, почему не молчат? Нам еще и ливнуть придется из игры, чтобы разрулить это. Ну, я пытаюсь как-то удаленно это сделать, но пока не очень хорошо получается. Если не мы это сделаем, то, возможно, никто не сделает. Ну, скорее всего, это никто не сделает, реально. Ладно, я возьму дуст. Как на планете на шейкере купил. А, блядь. Таня, невидимости. Так, напишу. Блин, ну это игра, но ее невозможно закончить, к сожалению, за 5 минут следующей. Справимся с этим. У нас антимаг на барабане. Реально нафармил. Так, у меня сейчас 18-й прокачки будет. Подожди, а что там еще моему Геру? Ну, вообще нужно, конечно, 25-й для начала. Так, да, что-то драка в миди как-то завязалась. Надо, наверное, помочь. Как-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Я-то, конечно, бегу. Я это проблема. Блин, ну он ману из меня высасывает. Вообще неприемлемо. Оу. Ладно, с другой стороны, эта игра, возможно, быстро закончится. Ну да. Да можно ливнуть везде, на самом деле. Я не ливал уже где-то год. А, ну это норм. Ну, короче, там 2 минуты. Не знаю, я позвоню Лёхе, ну что делать. Трубку он, разумеется, не возьмёт. Телефон, ну ты-то не подводи меня хотя бы, пожалуйста. Спасибо. Ну и дред немного рак, конечно, да, есть такое. Ну да, правда. Мыша нет. И хера. Короче, хз, все молчат. Походу, придется на скорую руку собирать стак и играть не на победу, если ты понимаешь, в чем я. Хотелось бы играть не на победу. Да, мне тоже очень не хотелось бы этого это делать. Это же колбаса. О, смотри, там пукчам там идет. Залетают стрелы. Короче, сука. А чё он засал? Лучший игрок в доту. Лучший игрок в доту на этом лансере. Только что сыграл в доту.
не терпят, нет желания, может, помеситься там. Вообще, да, давно не пиздились. Да. Реально, аж скучно, Лина вот сюда идет по логике. Вард можешь ставить. Так, мне нужен Black Kings Bar. Так, ну дружане, конечно, его избивают, но проблема в другом! Проблема в том, что Свен говорит «Здорово!» Да, есть такое дело. А где все остальные? Стой. Хотя бы подорный. Так, этот высосан разъед. Так, алло. Алло. Алло, алло. Чё, кто у нас будет? Да я не знаю, меня все игнорят, блядь. Лёха говорил, вроде будет, не будет. Рамзик там что-то с это самое... С Вегой говорит. Ничего не понимаю, что происходит. Так и кто, кто у нас плюс 2? Или пока нет? Ну сейчас посмотрим, кто написал. Так. Да мы просто, сука, ещё в какой-то игре ливать, типа, впадло, понял? А не ливать, типа, не можем сделать. Так, алло. Сейчас напишем. Давай, а у тебя нет каких-то профессионалов? Мои профессионалы меня кинули. Ясно. Ну как, они предлагали мне сначала с ними, я сказал, что я с вами, а потом они меня кинули. Да, короче, Battle Cup — это самое большое кидалово в мире, по-моему, потому что там постоянно дерьмо происходит. Здорово, мистер Шойкер! Да. Да, Андрей, ты, у тебя 70 секунд есть решать вопрос. Да. Так, ладно, Вова Боль будет. Нужен плюс один еще. Так, Вова Боль — это наш штатный мидер, получается, да? Романыч — штатный кэрри. Так ведь походит. Ну, получается, это, да. Есть еще штатный оффлейнер Дрюсик. И я... Нужен, короче, какой-нибудь, кто умеет на саппорте играть. ГН, ГНчик. Петух этот. Котён. Можно Викинсиком взять, он спрашивает. Можно ведь и надо. Берём. Го. Ну все, ну тогда там, в принципе, мы успеем. Ну если сейчас еще минут через 10 не закончим, игру можем ливнуть тогда. Там же 30 минут дается. Так, все, я пока тогда потерял. Блять, ну Алексей пидорас просто пиздец. Какой же он гомосексуалист. Но он что-то написал, в итоге молчит. Короче, уёбок. Пизда, какой уёбок. Чё с Ролиной? Или это иллюзия? Или что это такое? Так, я предложить пригласить. Предложить пригласить и... Предложить пригласить. Брак у нижних ворот. Это плохо. Или хорошо. Или это просто значит, что будет драка. Поехали. Тейкер пока без блинка. Тут сделали. Лучшие игроки в доту! Снова они! Боже мой! А, Шейкер сыграл, потому что. Блин, у меня что-то это. Пока меня ебурили, к сожалению, не получилось команде ничего сделать, хотя вот сейчас вроде начинается что-то. А он с кинжалом или нет, мальчик? Да, с кинжалом. Ярослав, как же вы мансуете? Как же вам плохо? Да, реально плохо. Я там накидал предложить пригласить, пригласить людей. Я понял. Я понял, почему мы прогнали драку. У нас антивак сломал верх. Ну, тоже хорошо. Ну да. Так-то вроде мы мансили, мы как батя. Здорово, Витушка. Здорово. А чё ты такой грустный? Голодный, пойду кушать. Давай. Или ты голодный на победы? А? Типа ждали. Блять. Я немного голодный на завершение этой фантастической игры.
Не, ну антимаг, да, молодец, он сломал, там это при бабках теперь все дела. У него, смотри, башер, БКБшечка появилась, он уже сильный. Я называл его слабым, но теперь он уже сильный. Да, но он очень терпел большой, конечно. Ну да, это правда. Ты даже посмотри, как бы на его счет. 2-3-5 и. Все боится. Трусишка. Ладно, нам надо как-то поднажать еще Андрон, чтобы закончить эту игру. Да. Я поднажимаю вниз. Я слюна потекла, когда я увидел эту Лину. Просто течет слюна! Так, а сейчас течет? Ой-ой-ой, так смотри, а, не задолжил. В принципе, показалось. Продолжает течь, но не... Так, о, минус подъем. Раз. Оу! Уж игроки в доту снова они. Боже. А, меня убило Д, пока я смотрел за этим. Смотри, что делал, смотри, готов. Да. Что с контролем? Съешь кого-нибудь лучше. Ты знаешь, насколько игроки в этой игре хороши, что они ничего не дают, они душат просто. Да, они даже не дают нажать один ебаный спелл, который ты... Ну, я не знаю, Бейн реально своими ручками, он так заебал. Да. Кстати, в доте, может быть, не хватает предмета, который ускоряет анимацию кастов. Некоторые герои были бы рады приобрести такой. Бейн, ТХД были бы очень рады. Ну там еще есть куча героев, которые реально лишь рак какой-нибудь сраный, который тоже поднимает всю жизнь. Нам бы как-то базу отдефировать. Так, урод дал белого бас. Андрюль, ты не хочешь байбекнуться, может? Да, ты прав, я забыл, что есть такая функция. Маловато. Ну, они даже жовы не забрали. Кеки. Мне бы, конечно, тоже аганим, чтобы игру закончить. Могло бы сработать. Я думаю, Дэ бы не сразу разобрался, что ему типа астрал нужно экономить. Он бы также кидал бы его во все стороны. Так. Отлично. Да я тебе говорю, этот антимаг, это просто... как бы не рассчитывал. Самое забавное, что уже его на него прыгает шейкер, тот же барыч разгоняется и... Ну, ты понял. Прям так походу и будет. Я топаюсь. Да. Так. Надо бы, чтобы... Ой, сейчас сюда прыгнул шейкер. Инвизабилити на мне. Оу! А вот он. Блин. Не хочет туда подходить, если честно. Не, ну мы так лучше игроки в доту по-прежнему, я смотрю, что происходит. Вообще пока да. Пока это мы. Так. Тоже неплохие игроки в доту. Но без ульта он так себе. У меня два брейнсапчика, правда, осталось всего. Сколько там до... 20 минут. Покидай инвайты, пожалуйста. Файкера убить. Йоу. Как уже он не сдох. Да! Шокер не захотел умирать. Враг мы тоже не сломали. Ярослав. Лучший игрок. Покидай, да. Пожалуйста, инвайты. Да, покидать инвайты. Да. 17-й раз прошу. Да. Да извини, я типа... А вы, гайз, заходите, там не стесняйтесь, мы уже дерьмо это доигрываем. Надо только придумать название. Ну, можно колбасой сыграть еще раз. Колбаса пока довольно успешно выступала. Да, потому что бычье молочко, что-то как-то совсем нет, старт не удался. Не, колбаса успешно выступала на турнирах уровня батлкапа, поэтому я думаю, что надо доверять этой команде. Ну, у них три байбека нет.
Короче, Андрей, нам надо как-то смотивировать нашу команду. Во, Рошана убить, да. Типа, потом типа, подраться, у них байбеков нет, мы выигрываем драку и побеждаем, бла-бла-бла. Шейкер, лучший игрок Доты, как долбал. Что мне такое купить вот сейчас, чтобы стать вдруг неожиданно максимально полезным? О, вот, о, проблемки у места. Блин, я вот если БКБ куплю, я стану очень полезным. Ладно, я полетел. Слушай, Андрей, у тебя нет тревелов, случайно, чтобы пролететь там? К сожалению, закончились тревела все. Ну, антимаг, давай работай, тварь. О, смотри, там этот, наша Миранка делает. Ой-ой-ой, они разводят его. Да похер мне на этого шейкера, боже. Надо убить Лину. Минус в свин. Там байбеков нету половины. 1% здоровья у Свена. Блин, нажми, тварь! Я иду, парни, я иду. Надеюсь, они пойдут дальше. Шейкер без ульта, шейкер без ульта. О, щет. Надо кого-нибудь как-то кого-то оформить. Андрюльбан, живи. Чувак уже ломает им базу. Давай, Андрей, живи. Ставишь как могу. Где они? Так, а давай поможем антимагу поломать базу. Не, надо помочь вот. О, а я наверху. О, это ошибка была. А это была ошибка или нет? Блять, он сдох и не сломал даже... Так. А, Зоха не сломал ничего? Кто, как, не, кто не взял как пати? Как это удалось? Это самое, Резоль, ты здесь? Так. Вижен стоит, боже. У меня, кстати, с БКБ. Блин, у них байбеки они у них байбеки кончаются теперь совсем полностью. Ладно, возьму вторые дипоза. Блин, как назло, эта игра долгая. Средняя игра в доту, мне кажется, сейчас длится примерно 30 минут. Но, увы, это не тот случай. Алло, Резоль, это был ты, надеюсь? Ты здесь? Раз. Ну, Резоль-то был здесь. Так, враг идет по нижнему коридору. Он уверен в себе. Я не знаю, что он уверен. Ну сейчас они тут умирают, и мы как раз побеждаем нормально. Ну или они как раз нас всех убивают, и мы проигрываем идеально. Надеюсь, так и будет. Все проблема в том, что у нас нет... Глифингирования? У нас нет глифа, да. Да, проблема. Ну сейчас закончится ульта у свина. Они, походу, дальше не пойдут, да. Честно говоря. Да, потому что это стандартный крапива. А! Киса, ты чего? А Диак байбекнулся, ему одна секунда была до этого, волк. Что он делает? Он просто бегает! Он просто бегает! Он БКБ не нажал! Что? Ты бы видел нашего антимага? Это худший игрок в Я видел, чувак, я видел. Блин, мы еще и въебали эту игру. Какой кайф. Он байбекнулся, короче, за 5 секунд до того, как он появился бы уже. Типа, понял? Да, после прыгнул. Этого он не нажал БКБ и просто сдох, как собака. Хорошая работа. Кстати, у ОД 76 зарядов интеллекта. Да? Очень приятная история. Да нет, тут уже КГ. Да, конечно. Вряд ли отдефаете. Хотя сейчас смотри, Леон вонючего пальчиков, свина. А, нет. Перспективно. Оказалось. А вот и Леон закончился. Казалось. Так, ну теперь, я думаю, следует пустить 3-минутную рекламную паузу и сделать команду ковбаса. Так, где там у меня аватарка командная? Так, да, ну мы как раз вовремя. Так, я антимагу репорт дам, просто чтобы просто в игре
Вот это работает. Реально пересмотреть даже момент хотелось вот. Бы. Так, ну что? Резоль здесь, все, давай мне лидера. Ну что, друзья, поехали? Та-да. Да, Роман. Парни. Ты же очень ответственный... Стоп, Роман, ты же очень ответственный и сильный игрок. Ты можешь и попикать тоже героев? Еще и попикать? А как да, же сочный капитан там вот это? Нет, ребят, ну смотри, значит... сочный капитан, когда приходит действующий профессионал, он впитывает как бы, ну чтобы понял. Впитывает? На будущее? Конечно, да. Опыт, ну, хорошо. Я просто еще и отойти хочу. А, подожди, нам билетики еще нужны. У меня вот первый нет, надо купить. Я куплю. У всех есть билетики? Я могу подарить кому-то. У меня есть вроде. Я купил. Так, тоже куплю. Ковбаса? Ковбаса. Ну, у нас два игрока с Украины, поэтому подумал, что было бы правильно. А почему не краковская ковбаса на аватарке? Это там деловая колбаса. Понял. Да. Так, Андрей, поставь билет себе. Что ты? Я покупаю. Покупка не разрешена. Сведения о кредитной карте отклонены компания. Обслуживание кредитного... Я куплю еще один тебе. Спасибо. Ты же должен 50 рублей мне. 56. 56, да. Запомнил. Пойдет? Да. Я не знаю, кстати, почему отклонили платеж. Ну ладно, спасибо, извините. Ты банкрот уже, у тебя банк закрылся, скорее всего. Да. Так, начать поиск. Поехали. Да, все. Вы начинаете поиск. Не нужно же нажимать будет ничего? Или нужно будет? Подожди. Нет, вроде, да. Нужно. Не-не-не, тут само все. Все, я, короче, пахну трехминутную рекламу и ухожу. Так, что в 2017 году банят? Найтсталкера. Еще банят его? Мне кажется, да. Хотя время идет так быстро. Парни, пережить бы этот турнир. Рофла турнир? Не, вот этот турнир. Сколько время-то? Мне не пора спать. 8 часов. Пора спать уже. Время-то позднее. Все правильно, Андрей. Хотя, мне кажется... Как ты просыпаешься в 2 утра? Да, я хоть в 2, хоть во сколько. Мне просто хочется поспать. Так, это что они хотят пикнуть? Такое интересное. Что они забанили этих двух героев? Виномансер на ферст пик, что ли? Так... Виномансер разор. У них должны быть какие-то стратегии, правильно? Да. Не, ну они, скорее всего, готовились к этому турниру. Естественно, у них есть стратегии. А у нас? Мы тоже готовились. Да. А может, мы виномансерам ответим? Хотя ладно, не буду ничего говорить, я лучше буду просто молчать и спать. Ребят, давайте я пока покемарю чуть-чуть. Там толкните, когда допикаю. Давай. У нас на котле есть задроты? Да, НС пизда, что творит. На котле? Да. Ну вообще... Может, придет, скажет, что это макро-герой, блядь. На флейн у нас кто идет? Ты, Андрюх? Да, но вообще надо попроще, Герчи, попроще. Так макроигра, как же? Вот это ты сейчас нормально выбрал. Ну ладно. А вот я на любом, можешь мне и макрогероя брать?
Я уже чувствую нотки недоверия в тиммейтах, Андрю. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Эти демоны Кунку и аппарата банили постоянно на МДЛ-ах. Так. Что у них за страта с виспом? А кто это против нас, ты знаешь? Нет. Ну, у них же явно есть какая-то страта, правильно? Да. Ну, там у чела 1353 похвалы. Это не просто так дается. Пахлава. Да. Пахлава. Пахлава действительно не просто так дается. Это правда. Так, ну что, может, надо забанить кого-то под виспа, типа вот этих вот всяких там. Кажется, висп уже не хочет прилетать куда-то, судя по нашим героям. А вот я. Здорово. Кстати, я вот что подумал. Ладно, артефакт, но хотя бы таланты могли бы сделать для того, чтобы Бейна, ну, какой-то на 15 уровне, например, анимация каста там на несколько десятых снижается. Это могло быть нормальным талантом. Да. Но я в той игре много очень не добрал и фрагов, и сейвов, и так далее, из-за того, что ручки долго поднимаются. Это Бейн, это Бейн. Забей тот антимаг, я хочу смотреть реплей, как он это делает. Он просто прыгает, бежит куда-то сначала, ну, на муве, а потом забывает нажать БКБ и умирает. Не, это на самом деле вообще какая-то рофл игра, потому что у нас вроде как, смотри, у нас стоит антимаг снизу против Шейкера с Леоном. Должны гнобить прям в мясище тотальное. В итоге Леон приходит что-то наверх, там ни хрена не делает, по сути. Ну ладно, может что-то делает, но тем не менее, мог просто фрифарм бесить антимагу. И антимаг на 20-й выходит БКБ, Манта и... 56 очков, кстати, отняли. Да? International Ranked. Так, ладно. Чё, я варлок, получается, выходит, что... Я варлок. Выходит, что да. А у нас на Кунке есть задр? Я играю на Кунке. Офигенно против испа. Вон, Витян вроде играет, говорит. А чё? Блять, парни, смотрите. В офис на Тинкере, Витян на Кунке. Ой... Макроигра. Слыхали? Давайте без макроигры, но... Ну ладно. Ну, Кунка хорошо. А, в офисе украли ГГ. Суки. Так, я отходил дверь закрывать. Что ты там сказал, Тинкера? Кто нас на миде? Да я рофлил. В офис. В офис? Это как яфиц, только в офис? Все верно. Да. Так, слышь, твоего героя забрали тогда в офис. Да. На ком ты жаришь? Да, можешь любого брать. Ну, в офисе достаточно широкий пул. Как и Анус. Пара-пара-пам. Ребят. Четко было сейчас. Спасибо. Ну да. Темпларочка? Да. Парочка хороша. Или я лучше на ласт пик взять. А сейчас оффлейнера возьмем. Например. Есть вероятность, что нас подслушивают. Они забанили. Ой, я, кстати, закрою карту. Пожалуй, всю. А это русские или нет? Это важно. Андрюха, ты на ком жаришь? Я на всех вообще. XYI, ты что, не слышал об этом, Роман? Не, я-то слышал, только я, ну, надо же понимать, на ком он жесткий. Да, что-то я не то делаю, секундочку. Видишь картинки перед тобой? Все, вот он на всех. Твой герой. Магнус, кстати, там есть как. Инвокер, да, вот Андрюха я видел. Клокерка. Андрей на клокерке просто бешеный, если что. Мне кажется, да. Надо еще сколько отдать, чтобы мне отдать, но нормально. Кого? Да, никто, я думаю, мог взять. Я думаю, клока можно взять, потому что им тоже он заходит хорошо. Да, не могут взять клок. Вот это мы жестко их обхитрили. Чё-то... О, это ошибка. Это конь в ловушке стандартной. Рубика? Сразу Рубика. Мне кажется, у них Сент Кинг может быть вполне роуминг вместе с этим. Битрейдер забанен. Надо бы что-нибудь забанить кого-то. Время прогадишь просто. Скайп. Слардвар.
Пляшки плюс. Давайте, давайте. Тоже шторма, ты передумал? Кстати, шторм хороший, парень тоже. Да я думаю пока. Шторм, Темплар, Калина. Блин, у них столько времени, боже. ДК. Вся жизнь. Вся жизнь подумать. Калина мне не нравится. ДК тоже. Шторм луна. ДК сильный, кстати, очень. Против их героев, типа. Там физиков считают. Можно купить. Ну, как блин, делают. Каналы. Не знаю, но можно и ДК, типа. Не, ну как угодно. Если нет, то парка как бы все еще хорошая. Ну, и шторм ничего, кстати. Посмотрим, что они. Если кусать. У них вообще контроля не будет, кроме Санкинга, то можно и шторма. А кстати, почему у нас гирокоптер на второй пик? Это чисто желание поиграть на гирокоптере появилось неожиданно. Нет, это солидный опенер. Понял. Подожди, это сейчас кто-то так пикает, ты хочешь сказать? Я так пикаю. А, я понял. Нет, я думал, может, там где-то... Ну, знаешь... Да не, вообще, Гирч... Иногда ты... бывает, приезжаешь это на сейчас... инт какой-нибудь и удивляешься пиком, это... потому что там натренировали люди за 3 недели какой-то хрени, типа гирокоптеров. Да не, гирокоптер — это сейчас очень недооцененный герой. Он норм, очень-очень норм. Там таланты сильные, очень. Да, там хпшечки нормально ему дается. И дэмэджер добавляется по талантам. Адекватно очень. О, Никс еще приехал. Никс, который? Боже, я так жестко рофлю. Пожалуйста, сделайте как можно больше клипов. Ну, вообще, я за ДК. Ну, го, ДК. Если что-то лучше есть, говори. Нет, ДК здесь очень силен, как бы. Если нет проблемы играть на ДК, то, мне кажется, он тут реально овнит. Да, ДК. Бля, у меня никакого сета на него нет. Они взяли СФ и даже не подумали о том, чтобы взять Клокверка. Да, ну и урод у тебя, конечно, ДК, ты пиздец. Андрюх, твой Клокверк тоже очень секси. Не, у меня Найс Клокверк. А, ну у меня на Драгонайте как бы 60 плюс виновет, нормально. А у меня на Клокверке... Сейчас, подождите, я заплюсморалю команду. Так, ищем. Ребят, 49.3. Что с меня надо вообще? Разбирайтесь там. Ярик все купил. Ну да. Кроме СНТ. Ну, Варлок может себе позволить так поиграть. А, Андрей, тебе нужна... нужен вард? Нужен ли мне вард? Он бы определенно не помешал. Мне было бы неплохо знать, когда Сент Кинг выходит, чтобы убить меня. Для этого я бы попросил одного из наших суппортов воспользоваться свитком телепортации и поставить вард где-то в районе вражеского кемпа большого. Спасибо. Я все сделаю, Андрей. Я с Макимом сделаю это. Можно езжать. Приятно. Танки потом отдам сейчас. Ой, ну по башням, конечно, тут тотальный по башням, овощ. Да, как обычно. Так, пятихаточку можно залить, если что. Танцор, дай танго. Ярик же даст, я тебе дай. Я дам. Я получу, наверное, плохо второй, а потом пойду что-то делать. Ульбан! Тренируешься? Я тренируюсь. Да. Я понял. Тяжело в умении. Телепортации, но не телепортировался. Ну, я его взял себе, чтобы
засейвить дрона или в офиса, или вернуться к вам быстро, правильно? А чё, может, может, прогоним какого-нибудь, вот, типа? Так а чё они могут в натуре? Пошли забирать у них, отжимать. Да, идите, мужики. У нас этот, варлок, там, Shadow Ward накинешь, такой, оп-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 оп. Да, у нас разъебал с анкингом и виспом. Ты шо, рофли, что ли? Да мы такие сильные. Пошли, и пошли, здесь. Ярик. Там, да подождём, сейчас. На самом деле, Ярик, рофли я, они реально разъебут нас просто в дерьмище. Можете идти висп снизу. А, ладно, все, извините. Опа. Вот, смотри, Андрей, все. Ром, ты будешь забирать фарты? Да, Ром, я твоя, я еще и валик нашел. Хорошо, я заберу. Рома моя, я по тебе скучаю. Я еще покрасил, смотри, короче. Ну, чем телепортироваться, если не надо? Можешь выйти там хив накинуть из СФ, я не знаю, типа. Я могу еще попробовать курицу подрезать. Попробую, вдруг получится. Так, надо сесть поудобнее. А тут висп. Так, я виспу накинул. Короче, я пока с виспом сейчас давай. Тян, я буду сразу пушить или не можете пулить? А я сразу пулить, да. Большой, правда, пулить, либо я бы стакнул бы маленький. Можешь пулить маленький и потом доводить на большой. Вот. Сейчас сложно для меня большой сразу отпулю. Может большой сразу, да. У тебя тут крипов. Ого. Да тебе мешать. Неожиданный поворот. А я пошел ему мешать. Крипсинги подошли. Да куча крипсингов. Ты, короче... Эти крипсинги, они такие... Ну я тут с тобой постою тогда, потому что... Я бы лучше сам пошел бы туда, я уже почти второй. Ну постой. Пришел бы сюда. Нет, ну сейчас мне идти туда. Да-да-да, ладно. Я пока тут. Потом можем... Ты можешь просто в один момент прийти, мы можем убить кого-то, и потом. Окей. Курица надо, да? Я взял бы смог. Окей, я возьму. Так, я пошел. Короче, руну надо у виспа стараться отжимать по максимуму там с ботом. Я на правую пошел. А, висп пошел на левую. И пулит. Да ты тут. Я его беру. В принципе. В принципе, беру ДД, иду вниз. Есть там какой-то крест, что-нибудь такое? Че такое? Иду. Так, аля. Да-да. Мне надо крест будет. Мы на рефе убьем сразу. Нет, забей. Я баунти заберу. Иди на бот лучше. Приду сейчас в офис. Да, давай. Ладно, тебе ботл надо? Надо, не надо. Че? Такой варлок. Ботл берешь себе? Ботл, да. Бом. Бом. Раз линия тут серьезно пушится. Я там гражданину серьезно лицо разбиваю. Ударь. Отпулить пока нечего, к сожалению. Я стакну тут сразу. Серьезно, он игрок. Я пойду отведу крип. Ну, подлагивать чуть жестко. Да, мне тоже что-то. Ну, пока тут стаков вам просто подсадил, чтобы на тебя не додавили. Угу. Я, короче, ботл взял боже, сори. Я не могу все равно за руну выйти там без контроля. Я забираю бот руну, если будет.
Что прудно? Есть что-то. Зачем? Я приду сейчас в спину ему, выйду. Ну сейчас давай, можем пропушить, у него нет регенов. Он там будет типа коцанный. Тут смотри, что происходит. Какое-то прям вообще не дело. Надо помочь, мне кажется, крипам. Все флаги, да, какие-то? Дойдешь, Роман? Да, да, бегу. Я, да, не даю сразу торнуть. А тебя тропнуло вообще, или ты ливнул? Ну, лаги. Я перезайду, ну что-то какая-то хуйня вообще. Да, жесткие. To go. Я не лагаю, не знаю. Что-то, ну, сервера, походу, опять. С вами. Резун курит себе тоже возьму. Так, пойду-ка я. Что за имбочар у него? Он кинг где-то показывался, не? Он сверху. Кинг здесь был. Кинг нет, непонятно. Он сверху нулевый не сможет. А, так. Тян, возьмешь? Да. Курицы варды, они на базе, я скинул. Окей, возьму. Там расставишь куда-нибудь. Шрайн буду юзать, подходить. Давай. Нажми. Ты что, мы нравится что-то сделаем, сэр? Да, ничего, что он не пьется. Я иду, поставлю вам вардик, да. И вовану поставлю вард сейчас. Я выйду сейчас саму в спину. Давай. Кстати, я сейчас могу призамедлить так прилично. Не-не-не, отпустим. Следующий раз. Там он может убить, Роман, друга. Контролирую. Хорошо. А когда надо, Иван, могу похолдить для тебя? Тебе надо очень. Давай, посмотрю, что там. Так, на топе много всего. Да, я сейчас прилечу, заберу все это дерьмо. Они вроде... А, там Санкс. Сейчас вот Санкс вот эту херню будет фармить. Там достаточно много крипсингов. Там бегу в сторону Никса. Бегу к Никсу. Там ассет, не надо, не надо, не надо. Можем тавр подпинать. Тавр. Опа. А вот теперь можем? Я забыл что-то? Да, он на шрайне. Роман, подойдешь к нам? У нас тут, смотри, замес с другом. У меня форма прожата, может, Санкинг зафармил, там много подойти. У него. Ладно, я пойду на базу, у меня мана нету, но... А, тебе там справится. Ну, я беру, ты помочь, но сумеешь. Трифизнишь ботом, да? Да-да-да, все, отлично. Я могу фласку захватить, если надо, очень сильно. Я на базу, наверное, полечу. Кларик, тос возьму у тебя. Он подел где-то вард свой, Ван? Ставили ты, может, видировал с ним. Хочу смог пойти сейчас с кем-то. Так, что по сефу? Можем к Андрею сходить, Андрей, шестой левел. Если что, наш без маны вот сейчас что-то идет. Пошли. Так, иди вниз, получи шестой. Пошел я сюда. Пока пойду вниз, если никто не пойдет. А, да, дайте. Пойдем на топ. Хотя нет, нам на мид идти. На X без этого, без рейджа. Форма плохо. Нет. А на X без рейджа его тоже можно убить. А, ребят, Никс шестой. А, ну разве не пока. Да хотят в офис. Седьмого. Хотят, да, там. Я поехал тоже на офис. Я поставил в центре. Бля. Ага. Это вард, Андрей. Извини, я не рефлекс. Ладно, мы так. Круто. Сука, да мы нет. Круто работаем. Я в другого мальчика хотел, вроде там SF. Ну, на X по-прежнему без рейджа. Здесь. Пока, да, у меня. Не могу. Ну я же я тоже в хату иду врываться. Будет нам помощь здесь. У меня нет маны, ничего. Очень красный.
Я муты подделал прямо сейчас. Ваван, ваван, ваван. Немножечко надо по дисплее работать. Yes. Верно. Не, просто там понятно было, что уже что-то не ладно, получилось. Ладно, год это с големом что-то мутить. Я так понял, Висп в принципе всегда СФ оберегает, его особо не убить. С големом Митар можно зафорсить. Тебе ладно, да, я все равно пошел. Мне тут нехуй делать. Экс приполз вниз. Тар тоже фришный. Так, Вис на меде идет, но он отхилит. Короче, я тогда наверх перетягиваюсь. Я валик поставлю, отойду. Можем, Андрей? Сэфа нет, если что. Они вот, вот, ребята, Сэф и Вис. Не сделаем ничего им. Под нами. Я форму прожал в миде. Можешь пушить, потому что на экс снизу. Блять, почему кеги не бьют? Что за хуета происходит? Я лечу к вам наверх. Там Роман, идет. Могу полечить, надо или ты домой? Еще полечу. О. Так, не очень приятный момент. Вышка миди снес. Тоже не сдох. Так, снизу на Икс. Да, плохо, голем в итоге ничего полезного не сделал в этой игре. Блин, висп какой-то задрочистый там. Надо стаки поделать гирокоптеру. Я делал здесь и здесь. Тут двойной, тут тройной. И где-то шестой получи. Я уже получаю. Да это я сейчас сам зафармил. И тяну тебя. На перспективку. Левел 3. Уже 4? Так, короче, парни, превращаюсь в четвертую позицию резко. Или в шестую, не знаю, по ситуации. Андрей, давай, может, в третьей ты побудешь пока. Ну тут тяжело уже. Мне кажется, если мы сейчас типа... Мне кажется, Никс на Иксом инфесте снизу. Не-не-не, он ушел. Ребят. Я не знаю, о чем мы что-то говорили. Ой, смотрите, что тут, короче, происходит. Даже опс еще поставлю, и можно будет зайти. Я даже смог приготовить. А может, что тогда можно? Я смог себе несу, и когда пойдут фармить, можем там. Не смейте вот трогать миди мне. Ну ладно. Так, ну я вообще никого не вижу. Я стягиваюсь пока на топ. А, залез, вот. Слышь, залез на Икс, в Никса, вот здесь вот. Можем где-то подловить. На миде, вон на смотри, на миде. Давай. Вон в миде, да, я закончу 20 секунд. Короче, я минуту. Вот еще поставил, вот. Можете меня послушать? Кейн. Можете подождать армлета моего? Или нет, или будем драться похуй? Невозможно вот здесь, на самом деле. Голема нет еще даже. Они, скорее всего, справа. Это да, они здесь всей толпой, поэтому... Они не будут драться, наверное, если в рок, что увидели. Я уже кидал голема, они знают, что у меня КД. Вот они, я их нашел. Можем что-то? Да, можем. СФ, смотри. СФ увезли. Я убежаю в стройку. Крест 5 секунд, не успеваю. Дальше, дальше, на крест ему. Висп вот здесь. Висп. Андрюль Бан, это был... Это было супер жестко, Андрюльбан. А ты думал. Вот эту вот херню давайте пить еще. 49% винрейта, но как не просто так. Рапан, почему ты 8-го левела? Начинается. Я так, ну. Я бегаю по карте, бро. Смотрите, по-прежнему стакает. Давайте с 12-м левелом ДК и с этим самым, с гирокоптером, просто войдем туда в смоки и все зафармим быстро. Да можно, можно. Да лучше их подловить, когда они будут фармить. Я иду в сторону вверх. Я не хочу вообще сейчас никак. А вот смотри, Искап. Что, блять? Искап пытается фармить. У меня формы нет. У меня вот так вот будет, но нет, он выкопается, если что. Ты меня вернул? Нет, по-моему. Надеюсь. Меня есть вернул, братан. Немного помощи на этих... Ладно, я с ним поворую экспу. Все, они идут фермить. Пойдем туда сбегаем. Давай, у тебя голем есть? А, блин, ну, там, можно накинуть. Там шрайн, типа. Ну мы можем типа убить просто Сенкинга очень быстро. Блять. И это все очень.
Беспа, беспа. Ну хоть так. А где у нас Драгонайт? Он будет играть в игру и в Dota 2? У меня форма КД, я не знаю. Надо своих энжинов стакать для Геролёта. Про Dota 2. Я стакал. Или ты забрал арму? Мы голем опять проебали, да? Да, выходит, что так. Короче, ладно, я пока подкачаюсь немного. Тут у меня X-пуля приехала. Сейчас еще раз так, значит. На X ползет куда-то. На X что-то гуляет. Да, ползет, он что-то встал. Наверх, возможно, придет еще Никс, Андрей. Мерма, ты забрал. Да, возможно. Можно вот этого убить, чуть-чуть. Хотя там борда нет, не знаю, не видно. Там видите есть? Окей, ладно, я иду. У меня сейчас есть форма, я могу хоть что зафоловить. Я иду на него. Можем сверху зафоловиться. У меня сентрей нету, правда. Нет, сверху фоловить его не очень хорошая идея. Вот лучше этого зафоловить, он что там подфармливает артефакты. Я себе принесу. Это есть корабль, да? Это настоящий вообще? Это настоящий на меде. Но у меня достов нету. Хотя вон там есть. Я а этот, поехал. Я делаю ТП. Там скорее всего. Сейчас возьмем его, сейчас дотрахаем его, дотрахаем. Парни, не дотрахаем. Дотрахали вы, дорогие друзья. Снизу нас подпитпушивают. Голем, ну, похоже, через, что мы отдаем. Мне кажется, лучше то попробовать затрейдить. Не-не-не, я за ТП. Мне нужна помощь. Ну я пешком уже. Я пошел, но я такой. Я тэпнусь тогда. Я на фижу, как уёбок. Голема нет, если что, так что. Тогда блейдом есть. Рук. А есть сентри, да. ФСБ. Нам на шайн бы вард какой-то. Андрей. Так, у нас подпичи-то есть. Ну да, они снизу. Блин, парни, но у меня уже нету ресурсов особо. Я на топ за руной, у меня ТП будет. 20 секунд до голема. Если, если что, в любом случае, если они будут давить, у нас будет голем, и у нас там гирокоптер, надо будет сейвить. Маны мало. Да, они все, они разошлись, можно тоже тут уходить. Без руны идет. Вот хоста сейчас есть у ДК у нас, тоже неплохо звучит. Нет, у ДК нет хоста. А, понял. Я с маной, правда, есть определенные. Че, я могу просто встать в миди, там корабль за меня киньте, они меня не убьют все равно там. Да, блин, проще. Ну проще вон туда сходить. Вот они вот пошли, кстати, фармить стеки. У меня есть смог. Хотим? Можем. Надо. Я показываюсь на топе, я все равно юзлесный. А я потом ТП дам, потом дам ТП, я быстро приду в замес. Надо это, надо, чтобы отпушился мид, я хз. Потому... Такое мы тут. Да, уже не стану стаки, я не стакнул. Они сейчас в миди останутся, слышите, вы можете вдвоем просто прийти. Релокейт пошел. Релокейт вот, пошел. Да, релокейт. Да, голос, да, 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 погнали. Ну блин, какова вероятность того, что они, мне кажется, там сейчас пятером. Но мы их убьем. Есть такая вероятность. На X без ТП, нюк с ТП. Не возвращаются вместе. Сверху тавер надо. Я попробую. Можете вот сюда просто, я эту вышку убью, встаньте за убивай, мной. Убивай, я на топе и... убью. Окей, я встану за тобой. Вперед, вон, Сент-Кинг в спину просто. Нужно еще сюда герой. Да. Смотрите, летит брок. А, я понял. Так вот они умеют. Не, бегите, бегите оттуда. Роман, надо спасаться. Медленный. Блин, куска. Да, узка, блин. Так, короче, все, я закончил подкачиваться. О, сейчас можем, сейчас можем на развороте вернуться. Зайти в мид сейчас. Там, да. Верно. Я сейчас степаюсь. А ты только не можешь, Ярик? Варить его. Клиторус? Клиторус я принесу тебе, только тебе вроде не особо. Хотя ладно. Блин, она будет на корабль, не хватит. Или себе его съем потом. Вот-вот. Это на меди вышка упал. Можно смоки на топ? А, ты нажал смок.
Нас кто-то нажал смог. Идите ко мне лучше. Или это был я сам, это был я сам. Ну го вниз, давайте го вниз как-то. Я еще... Идите вниз, я подойду. Только меня пустите. Вон, смотрите. Смотрите! В нем, возможно, сидит друг. Ну, сейчас узнаем. Возможно, и не сидит. Не, не сидит не друг. А, слушайте, у нас аркана случайно нет каких-то пиздатеньких? Сейчас будут. Сейчас. Но... Тавр надо забрать. Я на топ пару ракеток дам. Может, немножко это замедлю. Прорыв. Ну, а замедлил, заебись. Проверяйте. Ну, а они на топе все. У меня есть даггер и ульт, я могу в топ ТП сделать, зацепить. Я или дальше секунд. Идем. У меня тоже ТП. 15 секунд, когда. Я на форсе. Там Никс. Опа, это что за хуйня? Ты решил меня наверняка там оставить? Да. Что он доебался до меня? Лонгбой, мы не можем вот этого парня заломить как-то? Он сильный. Сильный. У нас какие-то странные происходят ситуации, вроде нормально все, а вроде нет. Mm-hmm. Да вроде есть поставь этого, Андрю. Ну я далеко был, я там в дерьме оказался. Был на коне, оказался в дерьме. Байт, Андрей. Я тэпну сюда, я что подфармлю. А чё на 15-м лучше взять, к опыту или к силе? Ой, или к урону? Ебать. Урону. 40% к опыту. Я бы, сука, не сдержался. Сначала опыт, потом ГПМ бы взял. И на 35-й отлетел бы к хуям. Че, я, наверное, Кирасу, да, сделал какую-то? Эрик, дал тебе СМ3. Слышь, Роман, что сейчас делаю? Кирасу делает. Кирасу? Можешь БКБ, можешь Кирасу. Ну, БКБ здесь тоже хороший явно предмет. Да пока у меня вы есть, я думаю, у меня... Не знаю, попозже БКБ хочу. Парни, я еще в камбэчной работаю, так что все это самое. Клокер при бабках уже. Вот это смотрите, не один. Вот Никс подошел. Где ты зашел? А, не на мне. Есть, дать? Я в Никса пошел. Не надо там ничего придумывать. Вот туда что-то дай лучше. Ты пошел, Андрей, но тебе надо... Уходи, уходи. Я все, ушел. Проверяйте. Да не, блин, ну надо стоять просто за нашим гирокоптером, Андрюх, тебе, чтобы его сейвить. Чувак, ну у меня не тот герой, чтобы выиграть. Сейвить при всем уважении. У них есть ревакет? Непонятно. Ну, в смысле не тот, но форстафт только у тебя есть. Ты бы сейчас форснул с Герычем, мы бы на развороте могли бы что-то сделать. Нет, ну так да, но типа сори, я с базы бежал пешком, я там в любом случае не успевал. Хотя стоп, Илья полетел, не знаю, у меня туман в голове. Сейчас я можем медиа или нет? Можем, но нет. Ну как-то. Чего-то нет? Если зацепишь как-то. Тоже нет. Так, какой-то маник куда-то сделал. Меня зацепили тут. Грошана мог тут пойти. Вот релокейт сделали. Да, я давайте пробовать. Ты здесь. Можно и сэфчика, у него лотарыч. Виск. 5 секунд у меня. Я бегу, ком. Все подходят. Сэф мы должны забирать. Я тут тоже. Тут еще парень. Никс еще там. Марашана осилим? Нет, я думаю нет. Ли. Снизу много качек, так очень не... много. ТП-шку надо, Резоль? Давай нет, дам. Все. Или ты, ладно, ты быстрый. Все много качек. Нет, нужно завардить вот эту часть и драться там с ними. В офис, ты на самом деле недооцениваешь БКБ, мне кажется, на Герыча. Ой, я недооцениваю свою жизнь. Че? БКБ, типа, тебе тоже нормальная тема. Точка летает. Не вниз бегут? Да. Могут пойти вниз. Ну, возможно, в принципе, мы рядом, все есть, но такое. Мы можем на них, могли бы на них. Можем под Галема, типа... СФ далеко там, но СФ побежит отсюда, там, в принципе, они уже все будут. Они все уже будут, вам меня нужно знать в любом случае. Желательно вард поставить какой-нибудь здесь, чтобы видеть. Да, они ушли, забей. Нет смысла даже ждать никого.
Сейчас где-то на миде уже появятся друзья. Кстати, за мной. Не могут быть здесь. Не тут. Лем? Нет, не ушли. Так. Но и, они должны побирать за такое на самом-то деле. По логике. Неудобно получилось. Андрей Ольбан. Пизду, блять, играть в доту, когда нахуй 40 часов не спал, это полная пизда. Тяжело дается? Пизда, как тяжело дается, очень тяжело. Я понял. Ладно, в следующий раз будем на ДК базить, а не на меня. Да, вот лучше. Наверное, для этого этот герой существует. Плюсой. Кстати, там Кераса. А мы Найкса можем убивать только, ну, если Вован инициирует, я дам него скиллы. Но там, типа, кейтить надо. Да там Виз, да, там надо кейтить. Реально так просто. У нас ДК прокачанный, сейчас, типа, если его форсить, то можно нормально делать. Я могу пойти пофидить еще, может, Нюкса кого-то найду, убью. У тебя там релокация есть. А может, без фида? Ну, я уже не стою ничего, 12 левел, я как сапчик. Ага, я нашел, друзья. Рассекретил этот. А, вот тут, все пять бегут на мид, ребятки. Вам нужно уходить, вам нужно ТП делай вообще оттуда, Роман, потому что там все. Я погуляю, там, ребят. Кругом. Развернусь. Давайте с големами драться. Лайк, так, какой-то. Значит, ESF тоже там сейчас больно очень лапкой бьет. Уже бьет. Есть такое, реально немножко больно бьет. Там зеленый артефакт у него появляется. Они, наверное, вот здесь, я есть подозрение. Ну, да. Мы не можем ничего там предпринять. Я предпринимаю в территории прилагающей. Ты можешь хотя бы на ракету кинуть какую-то? Да. У нас голема нет. Они сильнее. Не знаю, лучше дофига. Они быстро убивают. Можно забить болта. Так, есть мнение, что... Что, знаете что? Что гоним — это не мой артефакт. Можно было бы соло взять. Или мне надо было покупать, наверное. Кого Егис там? Солар мне уже не поможет никак. Мне нужно выживать как-то, когда врываюсь. Солар — нормальная тема. Солар всегда хорошая тема. На кунку. Мне это очень... Ребята, не насыщат опять. Нам нужно связь с пятером. Принимать их. Да, можем вообще уйти на базу. На богу принимать. Ну, либо на шрайне можем, да. Но там Аегис. Ну, они точно где-то гуляют. Не, вот так что на миде был друг и сав. Снизу друг. Не, они разошлись как раз. Гоникса. Можем сами смог нажать Гоникса, сейчас просто, пойти. Просто в Никса. На них на них лететь нет смысла. Он отчаянно очень фармит агонимся, я просто ворвусь и ему это буду делать неприятно. Там сейчас сдохнет, я это шрайн, и вас вордов нет. Ребят, это явно не плей. А это так... Ребят, такой себе плей. Это называется Space Created. Смотрите, сейчас еще досты возьму одни и все. Space. Ничего не потерял. Создан. А что если на вас это напало бы все? Смотрите, 263 рубля все за меня дали. 40 этих самых. Логично. Уходи с мида, уходи с мида, уходи с мида. Там уже кто-то в чем-то с чем-то. Там все. А там реально уже зеленые артефакты. А вот это уже не спейс, конечно, это уже не спейс. Что такое зеленые артефакты? Ну это там. Да. Там, мне кажется, уже полноценная бабочка будет скоро. Это не страшно. Слушайте, ну из хороших новостей у Найкса мало армора очень. У него есть талант на 25 уровне хороший. Прекрасно. Ну, кстати говоря, у нас у ДК нет ПК, а база у нас есть по этому поводу. Да, 30 секунд. Надо дерьма покидать туда. Ну, вышку снесут точно. Механически. Ебать. Найс, я лопнул. Хотя бы инфеста нет. Инфест более полезный, чем я. Mm-hmm.
Да, пожалуйста, Андрюль, блядь, успокойтесь. Снайкса можем задержать? Нет. Ты там Андрей, кстати, всех убил каким-то образом, я хз. Как ему это удалось? Я и болен. Там ракета еще за кем-то летит. А у меня, блядь, СОП оказывается. Найкс отворачивается. Ну, Найкс не так больно бьет по АДК. А я не тебя бери. Блядь, я тебе дал. Вот и... Да бог лид, блядь, ман. Не, надо просеровать, работа. Ну все, блядь, изи. Работаем. Это наша катка, ребята! Это наша игра, блядь! Конечно, Дрюс там, блядь, как-то троих разбирает соло. Я, кстати, реально съебал это, я хер знает, как он это сделал. Просто что-то ворвался, что-то одному пощавал. Надо зафорсить что-то там, они криповые. Надо, надо. Надо зафорсить. Но вообще, это может плохо кончиться в нашей ситуации. Уже да. Уже поздно. Я чисто мечтаю о медасике в этой игре. Уже понимаю, что это не особо полезный план. Скоро, Ярик, я буду рофлить с них, как в той самой игре. Ага, четко, четко. Я перекрашу речку. Так. Сука. Сука. Знаешь, рофлить. Наверное, пробовать убить его. Ну там релокейт никогда не забывайтесь. Там надо либо убивать очень быстро. Потом гоним фармить. Так можем. Можем. Там может быть в нем прям Найкс сидеть или Найкс в эскаре. Найкс мертвый, Найкс мертвый. А, Найкс все, все. Да, конечно, он мертвый. Они, блядь, все мертвые, ребята, наша катка. Вот так только у меня КД пока. Катка, пойдем на. Тавр надо. Погнали, прыгать. Надо контрориентировать. Нужен Андрюха здесь, форсом. Андрюха, Андрюха на месте. Андрюха на месте, парни. Андрюха ж такое мутит сейчас. Идите ману, да? Главное, не умри на варлоке. Ярик. Да, я не умру. Так, как парни, ну враг, кажется... Когда умирал на варлоке, у меня не было голема, просто оп. Опа. Бейте сэпа. Им больно, ребят. Найкс, я тоже думаю, что... Наша катка, ребята, мальчики! Клокер, блядь, на месте, блядь! Андрюльман! Андрюльман! Как? Это хайграунд, поехали. Это хайграунд, ребят. Роман, подойди, я тебя подхилю. Немножко вот. Ладно, давай. Ага, байбеки пошли. Есть НД? Нет, пока не срочно. Аккуратно, но не очки, парни. Нет. Последний сетракончик. Ну они пока там, они не... Хотя если... У меня Достевич есть. Че, мы засали, что ли, типа? Давайте тогда вот это убьем. Давайте. О, смотрите, еще один. У меня КД даггер. Не-не, давайте уйдем, все, тут уже что-то не работает. Ладно, что-то не хотим. Можно спокойно уйти, по-моему, все отлично у нас. Все волшебно, друзья. Я сейчас стакну хендштов и пофармлю. Ярик, ты мечтал о медасе, он у тебя есть. Да-да, я понял в один момент, что я снова... Эй, парень. Бэ? Ну, здрасте, блядь. Здрасте, приехали. Не, ну ты же не будешь. Витюш, ну Витюш. Ребят, давайте похилимся и сразу пойдем драться опять. Ты лучше сам забери его, чтобы они не взяли или хз. Я пойду возьму. А, ладно. Да не, не, там опасно на самом деле. Нужно было так, у меня не... Соберу туда. Или ты соберешь медальку на барлоке. Так, короче, нюк с аганимом будет, ребят. По крайней мере, это будет не город, поэтому... Вниз бегут, смотри, вниз бегут. Я на шайн топаюсь, кого там их подловим? Можно. Можно. Я выехал. У меня голема нет, правда. У меня вот такая хуйня, правда. Я могу на испа. Они релки летят. Поможем ему? Поможем. Надо бы. Я замедляю этих друзей. Бля, как же я помогаю. Андрей? Спа нет. Что нахуй? Пизда, я тебе помогаю. Найк-то убить. Бля, Найкс в рокете. Сам помираю. Блять, а почему так недолго стоял? Я с тобой прикалывал, братан. Да, бля, Андрюль, бан. Да, короче, мне не надо было сейвить, мне кажется, ДК вообще ничего делать, блядь, просто ворваться там, побаловаться немного. Сейвил, да, так? Понятно. Кажется, когда Вован возьмёт 25-й талант, там будет поплотнее все. Да там пара шану, когда таймер есть, все записывал. Не-не-не, это не про нас. Да. Я думаю, его нет. Наша команда. Блядь, как его открыть, сука? Аккуратней там, сверху.
могу найти. Ну вообще, это вот ебаная булка на самом деле здесь находится. Если он врывается в замес, его если там накидываться с БКБшками, он просто съедает. Да, без БКБ, да. Как кашечки. Нюкс, опять же, с куском дерьма. Извините, ребят, мои вот эти формулировки, вы просто по-другому тяжело как-то общаться. Хороших новостей, мы не потеряли бараки до сих пор. Конечно, конечно. Страхуйте меня, Митя. Страхую. Да, ну, они вон. Мне нужно забанить медасик. Забанил где-то здесь. Ладно, на самом деле не страхую, я за баунтиру напишу. Я могу ТПСНС сделать. Я поставлю себе дрячок там. Я сейчас тут попробую развардить, и мы можем что-то типа смока даже завязать сами и пойти. Блин, курица. Подожди секунду. КБ нужно. Ну, мы тут сейчас стоим. Да, это мы очень херово сейчас тут стоим. Давайте. Нет там варда? Давайте уйдем. Нет, там нету. Я еще пока ракетками по КД просто это подпушиваю. Низ, короче, я вот тут проверю, тут вряд ли вард, но все может быть. Гоу смок, сейчас нажмем. Давай, подойдите. Давай. Вот враг, враг, враг. Они здесь. Не, не настоящий враг. И то тоже не настоящий. Все страшно. Айбет. Сейчас найдем где-нибудь. Мне кажется, они видели нас. Ну ладно, мы идем. Вряд ли. Как они могли нас видеть? В офис ты пека. Так, а что по Рошану, друзья? Не было. Во. Он есть, Рошан. Может мы на Рошана развернемся? Я далеко, ребят. Я далеко, как бы я далеко. Ладно. Очень красный. Найкса, убить. Очень красный, мой хуй! Здесь. Угу. А может это прикидывается, сука? Рошана. Или мид. Не, у меня форма кончается, не знаю. У меня скоро вот эта штука будет, ребята, там... А мы Рошана же можем без формы все равно? Или не можем? Рошана можем. Рома, а что по зеленому артефакту? А кто у них боевый бокс? Можно тавр даже забрать. У них сэф боевый бокс и санкинг. Санкинга нет. Ну, у него нет еще, наверное, где-то минут секунд 30, может быть. Вероятно, просто какой-то чувак привозит какую-то херню и говорит, вы Григорий? Типа, стоит, стучит в дверь, звонит уже минуту ебучую. И он просто в соседнюю квартиру должен был пойти. Ну просто, блядь, пиздец. Григорий? Просто говорит, вы Григорий? Вообще, идем метавр бить. Может, просто он Григорий? Пара там. Смотрите, в спине, видите, Никса? Могу синтрюху вот здесь этот влепить. Бахай. Это Илюшка. Да, иллюзия была. Можем Рошана брать? Это была Илюшка. Еще нету Санкинга. Можем попробовать что-то? Или это хуйня? Не, лучше отойти. Хотя, можете Рошана попробовать, реально. Я просто охуительно хотел бы сейчас Аганим принести. Я буду врываться. Подожди секунду с курицей. Я... Вот это возьмите кто-то. Я бы ему... Секунд, пожалуйста, танчите Рошана. Гоу. Что насчет Рошана? У нас нет голема, у нас нет даже вижена. Оставай сейчас. Сюда, пожалуйста. Я ставлю. Сейчас интря. Мне помощь нужна. Замедляю там, друзья. Очень. Вон фасочку дал. Я это, рофлю с них, ребят, если что. Блять, я сам себя... Банды по всем дал банды, если сейчас что-то дать, будет неплохо. Голем сейчас когда? Не, что-то я уже без манки. Я тут тебя байбека, друг. Майбо байбек нажать. Хотя ладно, не надо. Они быстро сидят довольно-таки. Да, хорошо, мёртв. Ладно, проиграем против Хейгис. Так, сыр у... Сыр, ой, Виспа. Сыр у Виспа. Найкс далеко еще не 25-й, так что пока он был лучший. Они пойдут мидл просто драконить, у нас есть глиф. Ну нас... надо будет с байбека, значит, с фрывченков что-то делать. Но я буду стараться рофлить с аганимом. Или голема так и нет. Герой. Не, за эту хуйню я не буду рофлить, даже тавара нет. Особо не порофлишь. Давайте нажмем глиф на всякий случай. Тут надо отдавать просто, да? Если дальше что-то будут делать, тогда уже что-то делать. Оп. Ну это зарофлил чисто. Но всегда Егиса нет, а Егису другого друга. О,
такая вся история. Зачем ты вебэкнешь? Так, ну сейчас... Я могу вебэкнуть. Нужно что-то делать. Да, надо, пока... мне кажется. Корабль нету. Блин, ну пока рановато, у нас нет корабля, у меня голем 15 секунд. Ну тогда второй отдаем просто. Не, гон, ну, сейчас, сейчас, сейчас. Ёб твою мать. Дальше, дальше, нельзя их пускать. Дальше, дальше, дальше. Этого мы убьем, дальше идите. Увезли. Висп, висп кого-то увез, типа. Ну, виспа надо забрать. Можем вот так вот на топ бежать, прямо сейчас. Гоу, я иду уже. А Эксэйсом, да, или кто? Эксэр даст? Да, с Эгисом. Ну, можем убить два раза вот здесь. Я иду искать. Если быстро бежать. Я немного отпушил. У них нет байбека, по-моему, на этих друзьях. На Экса нет точно байбека. У Сефа, скорее всего, тоже нет еще. А может, тоже есть. У меня смотри нет, если что. Парни, я из чего, если вижу, врываюсь. Ну, у нас спасибо, тоже Андрей. Нет байбека по людей, если мы сейчас драку проигрываем, это, конечно, установка. Я могу установить. Не, надо, надо отходить. Ладно, назад, вижу, ребят, байбек. 4 живых. Отрабли, на отход. Понял. А? Ходить. Я в карапан сдал ракет. Дэмс. Надо вам стараться жить и быстрее кому-то уже бежать отпушивать линию, потому что если они сейчас дойдут до базы, базе-то не понравится. Стараться жить уже. На низ кто-то отпушил. Можешь полететь вниз ДК? Андрей, или ты полети вниз? Или... Я в мид закинул. Да, отпушивать говно. Или в мид. Там ведь он спейс делает пока. Все в БКБ произошло. Андрей, еще стреляй. Да, в мид. Я тут эти. Сколько же у них байбеков-то? А, сюда летят виспы всякие. Да без БКБ. Трюльбан, поможешь мне? Не, не а, запей. Да, летают. Я, в принципе, не самый... У меня скоро на байбек летит. Но мы все... Мы как бы либо все вместе появляемся, либо все вместе не появляемся, поэтому все нормально. Голема нет. Мы вторую потеряем. Третья пока стоит, там те два. Да, они идут, третья стоит. Тут трон можно потерять, но я думаю, у меня байбека не будет, я не буду фидить. Ой, такая что-то как-то опасно. Я бы туда все-таки отходил. Андрюлик! Ну, я тут походу сейчас подхаваюсь. БКБ не было, Стефан, БКБ не было. Хорош. Лонгбой, надо спасать лонгбоя. Вы разваливаете. Мы сейчас появляемся и мы их жарим. Гоу, парни. Меня отжарил. Ты БКБ. Можно зачистить? Тому парню сбиваю, если что, что-то. Здесь. Но его не поймать, к сожалению. Нет, ну не так плохо. Так, ну живем, держимся, карабкаемся. У нас, кстати, смачок один появился. Тут нужно как-то лайны отпушить, типа. Аккуратно сейчас могут они, разорвать. Они здесь, у педераста скоро закончится Аегис. Как обидно, я еще не успел на него накинуть это говно. Вон, подходит. У меня есть ББ, кстати. Чё, не просто фанится. А сколько они там Рошана убили? Есть информейшн? Мне никто не знает. Не-не-не. Возможно, записать. Это не про нас, не про нас. Парни, боремся, боремся! Сейчас, ребята, чё он там, кирасу свой сделал? Да похуй, раскайтим как собаку, блять. Сейчас я, значит, в квикбайсе, Хевенс Халберт, все. Будем играть. Подсейвить немножечко, подсейвить. Ах, ребят. Ах. Ах. Вот, ах. Тут, вот тут, конечно, ах. Какая же нам пизда. Это что-то зря. Полнено. Ладно, хотите, чтобы я, блядь, играл красиво? Я могу играть красиво. Играй красиво, играй красиво. Я буду рофлить с них. Ярик, иди голема скинь на них. Если дойдешь, конечно. Пик есть. Душим, душим, душим! Боже мой, Андрюльбан.
Мы реально его душу. О, сыр подъехал. Блять, так, нет! Не последний раз с мега-крипами, как говорится. А ну вот, это, вот эту хуйню бы как-то задушить, на самом деле, по итогу. Да похер на него. Надо на тех нападать. Нападешь, я голема скину. Ой, ой, этот... ой. Я увел камеру, ты не короче. Живёшь. Правильно. Я тоже. Ладно, парни, на самом деле, это не так плохо, потому что хотя бы я пойду спать, например. Великолепно. Согласен, Андрей. Как убрать инвайты в Steam, которые тебе в группу присылают постоянно? Ой. Ну надо в настройках выключить, типа, чтобы не приглашали не посторонние люди, короче. Там где настройки, друзья, по идее, вот там именно в Steam. Да вроде выключен, но все равно приходит. Балуются. Так, ну что, вот, краткий ребят, анализ. Отличная была игра. Да, хорошая игра, спасибо. Она... Спасибо большое. Реально была не так плоха. Спасибо за чуть компанию и результат. Чуть координации не хватило нам в игре. Ну чуть-чуть, да, 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 да. Самую малость. Ну ладно, в следующий раз. Мы же ведь именно для этого тренируемся, правильно? Конечно, конечно. Для этого мы и приходим каждый раз на Battle Cup, чтобы когда-нибудь... Короче, частенько так получается. Ковбаса не зашла. Надо будет... Один раз мы выиграли. Да, у нас есть кубок. Был, его отняли у нас теперь, по идее. Да, все, он был кубок, Андрей. А в смысле, теперь нету кубка? Да, да. Бля, очень плохо. За поражение. Ну ладно, джентльмены, спасибо вам за компанию еще раз. Я пошел, наверное, уже это отдыхать. А то как-то, знаете, реально тяжеловатенько играется из астрала. Давай. Что такой уставший? Да я, у меня какая-то бессонница. Я не спал уже под нормально, не знаю, 100 тысяч часов. Хз, меня дико плавит. Это ситуация, когда ты вроде очень хочешь спать, глаза уже все типа охуевают, устали, но ты все равно ложишься и не можешь спать, в голове всякие мысли там шаркают. Да, бывает такое. Но обычно потом просто залипаешь в месище и все. А, да, возможно, я просто это... А, как это? Ну, с ума сошел, короче. Что за день? Рафлатурик обломался, батлкап проебали в первом да, же раунде. Да, да. Ну, вообще, да, это реально, помню, так если подумать, настолько гнилой день, что просто пизда. Худший день. Андрей, я теперь вспомню еще этого антимага в нашей игре. А, да, еще начну ненароком вспоминать, как инмейт баунти руну взял тогда, блядь, это все настакивается. Да, мы сегодня еще играли в мемную эту игру, где ты играл папичем, и у тебя не получалось в Солянова ничего сделать. В Солянова не прохало. Все, парни, блядь, окончательно изморалился. Давайте, пока, ребят. Пока. Счастливо. Дорогие друзья, ну а сейчас 3-минутная рекламная пауза, после чего я буду заканчивать стрим. Точнее, сейчас я заканчиваю стрим и напоследок пущу 3-минутную рекламную паузу. Вот как-то так. Ох, ну ладно, я надеюсь, я уже разберусь со своими этими проблемами со сном и... Со сном. Ха, в моей голове прозвучало смешно очень. Ну так вот, и буду немножко поживее, поадекватнее. Но в любом случае, дорогие друзья, спасибо большое, что смотрели, спасибо большое, что поддерживали, болели. Ребята, спасибо. Простите, что подвел вас. В следующий раз я буду лучше. Немножечко, но лучше. Всем спасибо, всем пока.